Привет! Добро пожаловать на стрим. Сегодня ты, во-первых, познакомишься со мной, во-вторых, познакомишься с удивительнейшей теорией игр из ЕГЭ по информатике, и, в-третьих, познакомишься с великолепнейшим способом решения задач на теорию игр через Excel-ку. Ну и не только. Мы начнем с базового теоретического разбора, что это вообще за задача, как ее решать, как ее исходно решали, как к ней подходили в ЕГЭ в прошлых годах, она тоже была, а доступа к компьютеру не было. А в этом году у нас есть возможность хакнуть вообще саму идею решения задачи. Вы можете вместо того, чтобы решать ее руками на листочке, можете решить ее через Excel-ку. И вот сегодня я покажу как. В основном это будет, соответственно, такой типа вебчик по структуре, да, разбираем, что такое 19-е, 20-е, 21-е, чего от нас обычно хотят в этих задачах, как правильно об этом подумать, вот. А после этого мы поменяем формат на, соответственно, вебинар, где я буду уже не на весь огромный экран, а меня будет совсем чуть-чуть в углу, а перед вашими глазами будет Excel-ка, и мы будем с вами решать, собственно, задачу в Excel. Вот, план примерно такой. Помашите ручку в чат. Всем здравствуйте, всем привет, всем привет, всем привет, всем привет. Да, меня зовут Александр Романович Ватяков. Я преподаватель в Школково. Вы можете, в принципе, погуглить меня еще по ФИО, да, узнать вообще там, что происходит, посмотреть другие вебчики какие-то. Довольно много открытых есть прямо на этом канале. Вы находитесь на канале «Физика-информатика Школково». Соответственно, у нас здесь есть какие-то там видосики по инфе, по подготовке к ЕГЭ по инфе, к ЕГЭ по физике. Сейчас у нас в марафоне больше, чем 1500 учеников, готовящихся к ЕГЭ. В прошлом году мы там так очень приличные результаты какие-то показали, и в позапрошлом, соответственно, вот там ведем онлайн-контент уже, получается, третий год, а вообще я преподаю уже, получается, 12-й год. Я эксперт ЕГЭ по математике, эксперт ЕГЭ по информатике, призер Всероса по математике, призер Всероса по экономике внезапно, абсолют Всероса по экономике в 2010 году, закончил школу в 2010 году, закончил мехмат МГУ в 2015 году. Соответственно, вот, учу детей, мне это в кайф, мне это нравится, я начал готовить 11-классников к ЕГЭ по математике и по информатике, когда сам был в 10 классе, то есть, типа, ребят старше на один год, чем я, так что вот. Мне 27 лет, и кажется, я достаточно понятно все объясняю. Это вот несколько причин, по которым тебе стоит сейчас меня послушать, и, возможно, тебе понравится. Возможно, ты будешь 3 балла зарабатывать 19, 20, 21, только лишь за счет того, что ты чисто сегодня здесь побывал. Ну что, погнали поработаем, что ли? Погнали поработаем. Если ты как бы еще не знал меня, то, блин, слушай, прикольно, куча народу здесь хочет, чтобы ты узнал меня несколько месяцев назад, но ты узнал меня только сегодня. А с другой стороны, все, кто меня еще не узнали, они уже как бы завидуют тебе, потому что ты, по сути, можешь начать теперь адекватную подготовку сегодня. Как бы ты ни готовился до этого, с сегодняшнего дня ты можешь начать готовиться круто. Так вот, хорошо. Ну все, погнали, поработаем. Теория игр. Это что такое? Вообще говоря, игры — это математическая тема. В ней типа, ну, блин, есть очень много математических задач на игры. И на самом деле 19, 20, 21 задача в ЕГЭ по инфе — это тоже математические задачи, где надо проанализировать какое-то дерево партий, какой-то граф, да, ну граф — это математическое понятие, хотя оно в ЕГЭ по инфе. Дерево партий, абсолютно какие-то разумные игроки, которые там делают действия из своих соображений. Ну, то есть математическая игра, выигрышная стратегия — это все математические понятия. Однако задача по информатике отличается от типичных олимпиадных задач на теорию игр тем, что она просто безумно простая. Она может быть кажется сложной, в ней может казаться изначально много текста, но в реальности вся задача по инфе сводится к анализу двух или трех последних шагов. Итак, несколько важных ключевых понятий. Как правило, в игре два игрока. Как правило, они ходят по очереди, то есть сначала один делает действие, потом другой, потом один и так далее. Как правило, игра заканчивается какими-то условиями, то есть ты в какой-то момент заканчиваешь игру, и в этот момент обычно понятно, кто выиграл. То есть заданы какие-то правила игры. Можно делать определенные действия, менять позицию, как-то ходить. Игра не бесконечная, то есть как-то рано или поздно закончится. Например, количество камушков в кучках увеличивается, и когда превысит определенную сумму, игра заканчивается, и выиграл там тот, кто сделал последний ход, например. Или проигрывает тот, кто не может сделать ход. Идея в чем? Ты играешь на ЕГЭ по инфе в такую игру, в которой заранее понятно, кто выиграет из любого стартового значения, потому что оба игрока, они супер умные. И если у игрока есть возможность выиграть, он ей обязательно воспользуется. Если у игрока нет возможности выиграть, это что значит? Это значит, что как бы он ни сходил, выиграет соперник.
Получается, игрок может ходить как угодно, соперник все равно выиграет. Значит, когда мы пытаемся продемонстрировать, что у какого-то игрока есть выигрышная стратегия, мы должны показать его ходы при всех возможных ходах противника. Типа, смотрите еще раз. Мы играем за двух игроков сразу. Мы читаем задачу, и там есть два игрока, и они играют по очереди. И мы такие, ага, у этого есть выигрышная стратегия. Типа он выигрывает, вас спрашивают, кто выигрывает при правильной игре. Или вас спрашивают, для какого там наименьшего значения там Петя всегда может выиграть, Вася всегда может... А, кстати, Петя и Вася — это такой мем. Петя начинается на букву П, а Ваня или Вася начинается на букву В. Петя типа первый игрок, П первый. Ваня типа второй, В. Всегда в математических задачах есть Петя и Ваня. Два игрока. Один первый, другой второй. Петя всегда ходит первым, а Ваня вторым. Ну а потом снова Петя, снова Ваня, снова Петя, снова Ваня, чередование. Ну он типа вас спрашивает, при ком наименьшем количестве камней в какой-нибудь стартовой куче Петя выигрывает там. Что значит выигрывает? Имеет возможность выиграть за один, за два хода, бла-бла. Вот если игрок какой-то собирается выигрывать, значит вам нужно показать, типа, как один из игроков может выиграть при любой игре второго. Давайте рассмотрим на примере задачки из демо-версии. Все подробно разберем и чекнем, что у нас тут происходит вообще. Так, вот условия задачи из демки. Это 19-я задача. Давайте вчитаемся, посмотрите на задачу. Тихо, тихо, не то показываю. Вот. Сейчас покажу. Вот. Вот. Да блин, вот. Вот задача из демки. Читайте ее. Играют в игру. Перед ними две кучи камней, игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может добавить один камень или увеличить количество камней в два раза. Соответственно, что он может сделать? Прибавить один камень или умножить на два. И перед ними две кучи. Например, если стартовое положение 10-5, то можно из позиции 10-5 сделать 11-5, 25, 10-6, 10-10. 10-10 — это удвоение второй кучи. 5 умножить на 2 можно. То есть из позиции с двумя кучами, поскольку с каждой кучей можно сделать два действия, вы, получается, можете перейти в 4 различные позиции. Владислав, марафонцам есть смысл смотреть, если вы хотите прокачать теорию игр. Это же очень логично, да? У нас вебинар называется «Теория игр. Решаем руками, решаем Excel-кой». Типа, не шарите в теории игр, смотрите, шарите в теории игр, идете, смотрите любой другой вебинар, которых у вас достаточно много сейчас есть в записи. Контент как бы более чем доступен, правда? Игра завершается в тот момент, когда суммарное количество камней в кучах становится не менее 77. Соответственно, больше либо равно 77 — это уже все, победа. Я вот таким вот коротким образом буду записывать условия задачи. ДЗ по играм будет, само собой. Почему мы не можем два действия сделать? Потому что за один ход мы делаем одно действие. Ну, то есть у нас типа один ход — это взять одну из двух кучек и что-то с ней сделать. Либо прибавить единичку, либо умножить на два. Так. Давайте, собственно, быстренько соберем маленький фидбэк вообще. Вот у нас вроде как все опозданные на вебинар тоже дошли. Вот сейчас у нас там 180 человек в онлайне. Давайте быстренько соберем плюсики и минусики. Или давайте, не плюсики и минусики, а скажем оценку по 10-бальной шкале вашей способности решать задачи на теорию игр. 10 из 10 — это вы, короче, царь и бог просто этих задач и всегда умеете их решать. 0 из 10 — это когда вы типа в ЕГЭ их даже не пытались читать, даже не открывали. Вы просто такие, чё, как, вообще не понимаю. Так, так, так. Окей. 6-7 — это хорошо. Ребята, которые 6-7 пришли, я так понимаю, за Excel-кой, потому что Excel-ка реально помогает еще быстрее, еще прикольнее решать. Минус 100, осознал. Хорошо, тогда давайте внимательнее вчитываться. Ну, то есть вот, я вижу кучу нулей. Как раз начало веба я хочу рассказать, как вообще подходить к этим задачам, как вообще о них думать, что это за задача такая. Так, хорошо, вот у нас есть 4 возможных хода. В начальный момент в первой куче было 7 камней, во второй куче было S камней. Так и запишем. 7S. Теперь мы должны, получается, из этой начальной ситуации, нет смысла здесь находиться, если 10 из 10, 7S, и мы должны из этой начальной ситуации как-то там играть. Ваня выиграл после неудачного первого хода Пети. Прочитайте. Ваня выиграл после неудачного первого хода Пети. Укажите минимальное значение S, когда такая ситуация возможна. Так, господа, давайте вопросы про курс позже. Я сейчас хочу выдать много-много-много контента, и потом я расскажу про марафон в небольшом перерывчике, но как бы давайте вот это, ну, отложим, да, упакуем. То есть мы не хотим в течение длинного вебинара вставлять рекламу каждые 5-7 минут. Мы хотим контентный веб, правильно? Мы хотим умнеть в процессе, так что давайте не задавать вопросики. Соответственно, вопрос.
Вопрос. Минимальное значение S, при котором такая ситуация возможна. Все, задачу прочитали, осознали, даже кратко записали тут немножко вот что-то про задачу. 7S — это наше стартовое положение. То есть у нас есть 7 камней в первой куче и S камней во второй куче. Вопрос. Как Ваня может выиграть при первом ходе Пети, если Петя дурачок и сделал дурацкий ход? Значит, в мире возможных хода Петиных пометим. Буквой P я помечаю, что это Петин ход. Можно сделать 8.30, прибавить единичку. Можно сделать 7.31. Можно сделать, соответственно, 14.30, а можно сделать 7.60. Логично. Хотя бы в какой-то из этих четырех позиций Петя уже победил? Нет. Потому что победа наступает, когда сумма 77 или выше. Что происходит, ребят? Вебчик отпал. А, это на секундочку. Все нормально, это просто YouTube чудит. У нас все хорошо. Да, я не заметил, я в это время был спиной к чату. Все, сейчас все хорошо. Да, невозмутим, абсолютно. Продолжаю рассказывать. Смотрите, 7s я просто взял наугад число 30. 7.30. И хочу для этого стартового значения 7.30 посмотреть все возможные Петины ходы. Я нарисовал 4 возможных развилочки для Пети. Он может прибавить один сюда, удвоить или удвоить. То есть 14, 30 или 7.60. Ну, то есть любую из этих штук делать. Понятная мысль. Хорошо. В чем прикол? Прикол в том, что ни в одном из этих положений Петя не выиграл. Петя выигрывает, если сумма 77 или выше. 8.30, 38. Тут тоже 38, тут 44, тут 67. Видно, что Петя не выигрывает ни в одном из этих положений. 77 еще как бы не получается, да, добиться вот этого. Ну, нет такой истории. Хорошо, давайте мы поймем, как отсюда... А кто тогда? Ваня? Ваня где-нибудь здесь выигрывает, нет? Вот, например, из положения 8.30. Поставьте себя на место Вани. Вы сможете выиграть отсюда или нет? Давайте подумаем. За один ход. Я хочу, чтобы вы выиграли сразу. Вот просто бах и выиграли. 8.30. Вы сможете выиграть? 8.30. Вам надо 77 сумму получить. Самый агрессивный ход. Самый жесткий. Почему такой набор? Я просто стартовал с 7.30. Откуда вот эти числа все взялись? Посмотрите на ходы, которые Петя может сделать. Вот здесь Петя сделал плюс 1 к первой куче. Вот здесь Петя сделал плюс 1 ко второй. Вот здесь Петя сделал умножить на 2 к первой. Вот здесь Петя сделал умножить на 2 ко второй. Я взял просто 30 наугад, чтобы из 30 дальше поработать. Идея в том, что я такой начал отсюда и вот такой вот пытаюсь как-то что-то сделать. Хорошо. Из позиции 8.30 выиграть Ваня не может, потому что самый жесткий ход, который он может сделать, это удвоение второй кучи, получится 8.60. 8.60 это маловато, нам надо 77 набрать. Набрать 77 камней не получается. Отстой. А из второго положения Ваня может выиграть? 7.62 максимум он может получить, сумма будет 69. Неа. 14.30, он может сделать 14.60 и все равно не выиграет. И только в последнем положении Ваня может выиграть. Он сделает 7.120 и сумма будет 127, что уже гораздо больше, чем 77. Ваня выиграл. Получается, чисто гипотетически, значение 30 могло бы быть ответом для 19 задачи. И значение 30 Петя может тупануть, сделать идиотский ход, и Ваня выиграет. То есть, может такое быть. Из значения 30, что Петя проиграет. Но не факт, что 30 это самое маленькое значение. Нас просят в 19 задаче найти наименьшее значение, из которого Петя может тупануть гипотетически. Петя может тупануть гипотетически из какого-то значения, из которого потом камней так много, что Ваня, удваивая наибольшую кучу, получает дофига большой результат. 77 и больше. Соответственно, ну давайте поймем, из какого стартового значения Петя может так жестко тупануть. 7s. Давайте сначала будем делать вид, что s довольно большое. Ну там 30, 20, 15, ну больше чем 7, да? Что из двух этих кучек вторая большая. Я утверждаю, что самый тупой ход Пети в первой задаче это такой ход, в котором камней получается дофига много. Вот, например, 7.60 это очень много камней. Это удвоение кучи 30, она становится 60, типа большая. Поэтому я предлагаю тупой ход Пети на самом деле сделать 1.7 и удвоение кучки S. А как вы думаете, каким ходом Ваня будет выигрывать? Выигрыш — это получить 77 камней или больше. То есть выигрыш — это получение
большого количества камней. Значит, если у нас есть огромная вторая куча 2s, то Ваня, очевидно, будет ее удваивать. 7, 4s. А теперь мы должны понять, при каком s Ваня выиграл. То есть, чтобы сумма 7 плюс 4s была больше либо равна 77. Кто-то спрашивал, как решать теорию игр неравенством. Смотрите, неравенство появилось. 4s больше либо равно 70. S больше либо равно, ой-ой-ой, 70 не делится на 4, 35 пополам, 17,5. При каком наименьшем S Петя может так тупануть? Ответ 18. Поставьте плюсик в чат, если вы поняли решение, поставьте минусик в чат, если вы что-то как-то не догнали, не успели, не получилось, не поняли. Я сейчас дообъясню. Но лайков как-то маловато, я смотрю, плюсики в чате вот я хочу получить. Вот я вижу, 170 человек смотрит, 98 лайков. Это как так-то вообще? Почему соотношение лайков и просмотров такое низкое? Нужно больше лайков. Больше лайков, богу лайков. Не будет лайков, не буду объяснять вообще. Вот так вот, так вот, пирожки такие. Так, опа, Е Макарова поставила минус. А можешь вопрос еще задать? Смотрите, когда вы ставите минус, я еще очень хотел бы... Вот Сергей Андрейчиков тоже поставил минус. Я еще очень хочу, чтобы вы, ставя минус, сразу задавали вопрос, как бы, где, в каком месте было непонятно. Но я сейчас все равно объясню, но просто минусы очень круто всегда сопровождать вопросиками. Типа, ну, чем точнее вопрос, тем лучше я смогу на него ответить, тем лучше вы поймете, да? Кристально. Айгуль тоже вот минус. Да? У нас есть три минуса. Пока что. Ну что, давайте начнем. 7, 18. Давайте просто попробуем взять значение 18. Я говорю, Петя затупил. И почему ты решил удвоить вторую кучу? 7,36. А Ваня такой, хоба, и выиграл. Удвоил вторую кучу. 7,72. Сумма 79, это больше либо равно 77, Ваня выиграл. Значит, из позиции 18 Петя может сделать крабий ход, клешнями своими крабьями тупануть, не то сделать, фигню какую-то, и Ваня выиграет. Я утверждаю, что из позиции 7-17 Петя не может так тупануть, потому что даже по максималке, по максимальному возможному значению, Петя сможет сделать только 7,34. Даже если он очень сильно увеличивает количество камней, плюс один сюда, удвоение это фигня. Вот удвоение 17, это ого-го, мощный ход. 7,34, много камней, да? Даже отсюда Ваня не выигрывает. Если Ваня удвоит 34, получится 68, 68 плюс 7 это 75. Все остальные ходы, они еще меньше. Ваня не может дотянуться до победы из положения 7,34. А это самое, блин, близкое к победе положение. Остальные ходы Пети, они еще мельче. Значит, позиция 18, она обладает вот такой волшебной магией. Из нее Петя может тупануть так, что Ваня выиграет. В этом и суть 19 задачи была. Почему умножаем на 2, а не, допустим, прибавляем 1? Маргарита, потому что я рассматриваю здесь самые агрессивные ходы, я думаю. Как Петя должен так тупануть, чтобы так количество камней так сильно увеличилось, чтобы Ваня после удвоения смог выиграть? Я, в принципе, формально говоря, должен рассмотреть 4 возможных хода Пети и из каждого хода думать, как там Ваня должен победить. Но здесь сказали, Петя как-то затупил, фигню какую-то сделал. Из всех 4 возможных ходов Пети самая большая фигня, это когда он наращивает количество камней настолько дико, что приближает Ваню к победе очень сильно. Поэтому удвоение делаю. Это я Маргарите отвечаю. По какой причине такой набор чисел? Спрашивает Марк. 8.30, 7.31, 14.30. Так, кажется, этот вопрос задавали буквально там 5 минут назад. Вы опоздали, да? Правильно понимаю? Если вы опоздали, можно всегда перемотать начало веба и посмотреть. Но давайте на этот вопрос я отвечу. Берем 7.30, и у нас есть вот такие две возможные операции, которые Петя может делать. Давайте я еще раз выведу задачу на экран. Вообще, типа, какую задачу мы решаем, да? Так, прошу модеров банить вопросы, типа запись будет или там, ну, короче, стандартный набор запрещенных вопросов, убирайте их. Давайте NS1 сделаем, модерацию. 8.30, 7.31, 14.30, 7.60, потому что из позиции 7.30 можно либо плюс 1 к любой кучке, либо удвоить любую кучку. Это плюс 1, это плюс 1, это удвоение, это удвоение.
Вот Лексу спрашивает, будем ли мы решать в Excel сегодня. Хм. А если прочитать название вебинара? Решаем 20, 19, 21 руками и в Excel. Хм, не знаю. Бантиво. Домножаем на S, если такой способ не полувакция, что не получается, то домножаем до 7. В смысле, почему домножаем на 7? Не-не-не, а, не факт, да, могло не прокатить, могло в итоге получиться значение S меньше 18. Тогда я семерку бы умножал на 2, да. Но в этой задаче вот прокатило. S при умножении, получается, вот сделал нужную нам штуку. Заработок Games. Это не работает без понимания того, как, в принципе, решать игры. Понимаете, ситуация в том, что не надо пытаться решать прогой задачу, которую вы не научились решать руками хоть как-нибудь. Плохая идея. Поэтому я хочу рассказать сначала всю фундаментальную теорию про то, как решать вообще игры, а потом дать как бы офигенский результат, там, как это решается в Excel очень быстро и приятно. Хорошо, идем дальше. 19-ю мы решили. 19-я задача из ЕГЭ по информатике уничтожена в целом. Там как бы надо всего лишь проанализировать, как Петя должен тупить, чтобы Ваня выигрывал. Какой большой шаг странный вот этот вот мы должны сделать фиговый, чтобы в итоге Ваня выиграл. Понятно, да? Хорошо. Хорошо. Все, это вопросики ваши, да, были? Теперь давайте 20-ю задачу. Порешаем 20-ю задачу. А в 20-й задаче все то же самое, то есть условия я не буду сейчас выводить. В 20-й задаче, это типа 19-я задача. Давайте я обозначу. Петя краб. Ваня выиграл за один ход. Это условие 19-й задачи. Что надо сделать? Стартовое положение 7S, так я его и обозначу здесь. 20-я задача. Мы выяснили, что Петя краб в 19-й задаче с позиции 18, а с позиции 17 уже очень сложно это сделать. Откуда мы получили 4S? Смотрите, Алина, еще раз. Мы берем стартовое положение 7S. Я хочу выиграть за Ваню сразу же, как только Петя тупанет. Что значит тупанет? Что значит выиграть вообще? Выиграть значит набрать в кучах в сумме 77 камней или больше. Это значит, что вообще говоря, победа это, по всей видимости, когда камней так много, что их, ну, больше 77, да, больше равно. Значит, Петя сделал какой-то дурацкий ход, после которого Ваня такой бам! И сделал много камней. Типа больше, чем 77. Типа, Ваня сделал так много камней, что... Ну, а как сделать много камней? У вас есть прибавление одного камушка в одну из кучек. Пфф, и удвоение кучи, знаете, там, в два раза больше сделать. Какую кучу надо удваивать, если вы хотите больше камней? Большую. Логично? А теперь представьте себе, что Петя тупанул. Что значит Петя тупанул? Это значит, что пока Петя в носу ковырялся, Ваня за него сделал ход. Типа, заставил Петю тупануть, знаете, такой, надавил на него. Ну, это как, типа, когда ты играешь с каким-нибудь ребенком и очень сильно хочешь его обыграть, и сам ему советуешь, как ходить. Вот Ваня советует Пете, как ходить. Как бы, по сути, на секундочку, Ваня вселился в Петю и сходил за него. Типа, сходил в свою пользу, знаете? Заставил соперника тупануть. Как вы бы заставили сходить Петю, если бы вы были Ваней и очень хотели выиграть своим следующим ходом? Конечно же, вы заставили бы Петю увеличить количество камней настолько сильно, чтобы потом вам осталось совсем чуть-чуть увеличить количество камней. Так вот, берем 7S. Ну, допустим, что S большое, больше 7. Тогда Петин тупняк будет заключаться в удвоении S. Ванин крутой ход, победительский, будет заключаться в удвоении огромной кучи 2S. Получится 7 и 4S. Теперь понятно? Это ответ на вопрос Алины. Алина, я прошу после того, как вы поняли, сразу говорить, да, конечно, все там супер, понятно, спасибо, все такое. Ну, чтобы я такой видел, что вы вдупляете. Good, good, хорошо. Откуда взялось 4S, объясняю. Там был прекрасный вопрос. Если бы с буквой S не прокатило, я бы то же самое пробовал делать с семеркой. Не факт же, что S больше 7. Может быть, S маленькая. Может быть, на самом деле крутые ходы со стороны Пети были удвоением семерки. Но у нас в итоге получилось, что S должно быть достаточно большим, типа 18. Это как бы сильно больше, да? Все. Бомбанули. Выиграли. Получается, 19-я решена. Теперь 20-я. У 20-й задачи интересное условие. У 20-й задачи они вдруг перестают тупить. Все, Петя, Ваня, гиперумные, мега игроки, вообще идеальные. И, короче, Петя выигрывает за два хода, но не выигрывает за один ход.
найти два таких S. Короче, вот такая ситуация получается. Олег, я выводил условия задачи 19 на экран немножечко назад, недавно совсем. И вот, собственно, переписал всю содержательную часть сюда. То есть чуть-чуть в прошлое перемотаете и там посмотрите. А вообще, это же демоверсия просто. Демка по информатике, да. Демоверсия ЕГЭ по инфе. Из нее разбираем сейчас 19, 20, 21. А по 20 все то же самое, та же самая задача. Надо найти два таких стартовых значения, из которых Петя может выиграть за два хода, но не может выиграть за один. Может выиграть за два, но не может за один. Может за два, но не может за один. Ага. Для того, чтобы решить эту задачу, нам как бы сначала надо решить какую-то подзадачу. Нам надо понять, из каких значений Петя выигрывает за один, чтобы ни в коем случае случайно не дать такой ответ. Поэтому давайте сначала поймем, из каких стартовых значений Петя может выиграть за один ход. Пожалуйста, напишите в чат ответ на этот вопрос. Я называю эту задачу 19-0. Из каких значений, из каких S Петя выигрывает за один ход? Этой задачи нет в ЕГЭ, я как бы сам ее придумал. Просто вот такое стартовое значение. Из каких значений S Петя выигрывает сразу, за один ход? Lua Lower — это Петя, он первый ходит. Если у него будет возможность выиграть первым ходом, то он сразу воспользуется. Они же типа гиперумные игроки. Нас просят такие значения, из которых как бы нет у Пети возможности сразу выиграть. 35 плюс, это да, это хорошо работает. 35 плюс, это вы сообразили. Смотрите, какая ситуация. Если в стартовых значениях 7S, S настолько большое, что можно его удвоить и выиграть сразу, то Петя так и сделает, правильно? А сколько должно быть S, чтобы удвоить и сразу выиграть? Посмотрите-ка внимательно на ситуацию 7S. Удваиваем S-очку и выигрываем. Это типа как? Это получается... 7-2S. Ну, очевидно, большую S-ку удвоили и выиграли. Типа Петя взял и победил за один ход. Это как? Это значит, что 7 плюс 2S, оно больше либо равно 77. Кто-то спрашивал, будем ли решать теорию игр через неравенство. Смотрите, неравенство. 2S, получается, должно быть хотя бы 70. Получается, S должно быть хотя бы 35. Это же ясно, да? Кристально ясно. Если взять стартовое значение 35, то Петя выиграет сразу. У Пети есть куча ходов, но нафиг нам все ходы рассматривать. Четыре варианта у него есть, да? 8-35, 7-36, 14-35, 7-70. 7-70 – выигрышный ход. Игроки не тупые. Если у них есть возможность сделать выигрышный ход, они сделают выигрышный ход. В этом вся суть. 7-35, и он побеждает. 7-36, и он тоже побеждает. 7-40, и Петя тоже побеждает. Любое стартовое значение от 35 и выше Петя выиграет. Логично? Логично. 9 кругов Обломова. Подождите немножко до конца этого вебинара, и я научу вас это делать в Excel. Но смысл в том, что сначала хорошо бы просто базовой логикой воспользоваться, чтобы понять, как это делать, да? Вы можете потерпеть, типа, там, один вебинар. Типа, сложно, да, напрячься, подумать, использовать голову. Это, кстати, очень полезно, использовать голову, напрягаться и думать для того, чтобы стать умнее и потом ЕГЭ нормально затащить, правда? Почему 35? Давайте посмотрим еще раз. Петя первым ходом хочет выиграть. Взять большущую вторую кучу, удвоить и выиграть. Значит, сумма 7 и 2S должна быть больше либо равна 77. Отсюда 2S должно быть больше либо равна 70, потому что мы переносим семерку вправо, да, там вычитаем 77 минус 7, уже 70. Делим на 2, получается S больше либо равна 35. Просто решаем неравенство. Получается, из стартового значения 35 и выше Петя выигрывает за один ход. Решением задачи 19-0 являются все значения 35 и больше. Вот ответ на задачу, которую мы сами придумали. Теперь возвращаемся обратно к 20-й. Возвращаемся обратно к 20-й задаче. Что там надо было сделать? Нам надо, чтобы Петя выигрывал за два хода, но не выигрывал за один ход. Типа, чё?
не выигрывал за два хода, но не выиграл за один ход. Ох, не выигрывал за два, выигрывал за два, но не за чёще. Чё от нас хотят? От нас хотят, чтобы Петя выиграл за два хода. Окей. Петя должен взять стартовое значение 7S. Как-то так по-крутому из него сходить. Не знаю как. Непонятно. Потом Ваня сходил вот так вот. А Петя выиграл. Ваня сходил по-другому. А Петя все равно выиграл. Ваня сходил каким-то третьим образом. А Петя все равно выиграл. Ваня сходил четвертым образом. А Петя и тут выиграл. Идея в том, что Петя должен выиграть, как ни крути. Вообще пипец, куча как бы таких как вариантов тут распределять, получается сетка. Все, переподключение успешно, все работает. Все работает, все работает, все работает. Всем привет, всем привет. Добро пожаловать на вебинар. Меня зовут Александр Романович, все такое. Буду учить вас информатике. Начинаем, значит, вебчик по теории игр. Вот там 7S, Петя там ходит, Вань ходит, там все такое. Все понятно, в общем и целом, да. Как это работает? Ну вот все, таким образом мы разобрали 20-ю, 21-ю задачу там. Я надеюсь, вы не пропустили это из-за того, что вебинар упал и все нормально работает, да, в смысле, все, вы там запись, если что останется, ну пересмотрите там, если что-то не поняли, все хорошо, все, бомба. Короче, 7S, 5 как-то сходил, получилось какое-то значение. Ваня отсюда такой бам-бам-бам-бам сходил всеми возможными четырьмя способами, Петя все равно его выигрывает во всех четырех ситуациях. Петя типа хитроумный жук, который за два хода точно выигрывает, а Ваня никак не может выиграть. Получается, нам нужно какое-то такое стартовое значение, из которого... Ну блин, мы что выяснили, что 35+, Петя точно тащит за один ход, вообще без вариантов, как вообще очень крутой чувак. Я предлагаю не... искать вот тут вот какое-то решение там сложное. Давайте просто тупо поперебираем значение меньше, чем 35, если уж мы нашли, что от 35 победа. Давайте стартанем со значения 7.34 и посмотрим, что там. Я не буду сейчас подписывать ребра, потому что я сейчас не знаю, за кого играю. За Петю я играю, за Ваню я играю, фиг знает, короче. Но мне одно понятно. Ходить в значение 7.35 это полный дебилизм. Потому что если я схожу в 7.35, то отсюда дядя сходит 7.70 и сразу победит. Я же выяснил, что 35 плюс это как бы победа, значит 7.35 это выигрышная позиция. Ходить в выигрышную позицию это дебильно. Соперник выиграет, если вы поставите его в выигрышную позицию. Никогда так не делай. Удваивать вторую кучу это еще дебильнее. 7.68 и тогда второй чувак опять выиграет вместо тебя. Он возьмет и сделает там 7.136 и капец у него типа победа там сразу, да, вырисовывается. То есть вот эти два хода из позиции 7.34 дурацкие. Предлагаю сделать не дурацкие ходы. Какие еще есть? Удвоение семерки может быть? 14.34? Кажется тоже дебильный ход. Ведь 7.35 это уже прям такое. 7.34 это такое. Пограничное такое значение, такое, из которого вот, вот чуть-чуть, плюнь просто, вот 7.35, опа, враг уже выиграл. Ну типа, 7.34, оно вообще на грани. 7.35 и больше, оно прям победное, все. 7.35 и больше, и ты сразу выиграл, как только увидел. 7.34 выиграть еще нельзя, потому что удвоение не позволяет выиграть, прибавление, сразу выиграть нельзя. Но чуть-чуть ты дестабилизировал баланс, и враг сразу побеждает, видишь? Вот удвоение семерки 14.34 слишком сильно дестабилизирует баланс. Противник сходит 14.68 и победит. Как только противник может найти победный ход, он сразу его использует. Очевидно же. И у тебя остался четвертый вариант, который мы не рассмотрели, 8.34. Я к чему это все веду? К тому, что в реальности, в процессе решения задач на игры, ты вот эти вот первые три хода даже не будешь рассматривать. Ты такой типа, очевидно. Если я буду так ходить, то враг выиграет, нафиг мне такое. Поэтому ты стартуешь с положения 7.34 и смотришь, что там происходит. 8.34, это что такое? Что такое 8.34? Выиграть отсюда что-то как-то не получается. 8.68 не дотягивает. Капелюшечку не дотягивает. Если удвоить 34, получится 8.68. Сумма 76. А тебе надо 77 или больше. 76 маловато.
Если прибавить единичку, то тоже не выигрываешь. Ну, короче, все получается, мы врага-то поставили в интересное положение. Куда бы он ни сходил, мы выигрываем. Короче, я, получается, придумал для Пети прекрасную стратегию. Смотрите, ситуация такая. Я придумал для Пети очень пограничное значение, из которого Петя еще не проигрывает сразу. Но потом зато, куда бы Ваня ни сходил, Петя выиграет. Смотрите, Петя сходил 8.34. Первый ход. Какие у Вани варианты? Удвоение 8.68. Ваня выиграл, нет? Нет. Сумма 76, а нам надо 77 или больше. Но при этом Ваня, он вместо пограничного значения сделал слишком агрессивный ход. Дофига камней. Петя уже выиграет 100 пудов. Еще Ваня мог сделать, например, 8.35. Но мы все знаем, чем грозит число 35. Петя сразу его удвоит, получит 70 и выиграет. Правильно? Еще Ваня мог сделать, например, 16.34. Но это слишком агрессивный ход, слишком дофига камней. Удваиваем 34, получаем 16.68. Это победа. И еще Ваня мог сделать 9.34, из которого, оказывается, Петя выиграет, если удвоит вторую кучу. Посмотрите, 9.68. Сумма 77. То есть значение 8.34, оно настолько пограничное, настолько близко к пропасти, что любой Ванин ход дестабилизирует его слишком сильно. Давайте я нарисую всю схему. 16.68. Какие еще варианты? 8.35. Это что получается? 8.70 и Петя выиграл, да? И отсюда получается 8.136, и Петя выиграл во всех четырех ситуациях. Понимаете ли вы, почему 34 подходит? Я нашел его каким-то, получается, переборчиком. Witcher QW пишет кринж. Это про что речь? Не понимаю. Ну ладно. Понятно или непонятно? Давайте плюсик в чат, если вы вдуплили, почему 34 подходит в ответ в 20-ю. Минусик в чат, если что-то не поняли. Никита, не отвлекайтесь на маркер. Решайте задачу. Почему именно 34? Луа, я такой типа, ну 35 плюс это побед за один ход, попробуем 34. Вот так вот примерно было. Моделист модельный. Тогда сегодняшний вебчик по Excel-ке, посмотрите, будет вообще топ-контент. К удаленному сообщению. Понял? Осознал? Еще раз можно. ФАС, смотрите, вообще в любой непонятной ситуации, где вы хотите что-то еще раз, вы просто отматываете назад на буквально там пару минут и пересматриваете еще раз тот кусок, который хотите. То есть в этом прикол онлайн-образования, да, можно запись пересматривать в этом же фоке, прям в лайве, прям пока она идет, пересматривать кусок. Никита, все, уходите с вебинара, если маркер завладел вашим вниманием, вы, получается, слишком слабы для того, чтобы концентрироваться на контенте. Так вот. Что значит неравенством? Yellow blanket. Вы говорите, хочу неравенством. Вы не видите здесь нигде неравенство, я правильно понимаю? Типа у вас неравенство является фундаментом задачи просто, больше либо равно 77. То, что мы сделали, мы по сути все время в голове держали желание вот это вот не перепрыгнуть пропасть, знаете, подходить близко вот к этой штуке. Не совсем подбор, не совсем подбор, Lexus. На самом деле в этом есть логика. Вы заметите, когда вы будете решать много-много таких задач, мы на самом деле дофига это делали внутри курса на вебинарах по играм, что там примерно одна и та же идея всегда кроется. То есть у вас все время вот эта идея пограничности. Так вот. Почему не 33? Хороший вопрос. В чем смысл? Ну, потому что 33, оно как бы следующее, я от 35 просто иду назад и смотрю, что там примерно вообще происходит. На самом деле сейчас мне уже понятно, что 33 бесполезно рассматривать. Из положения 33, 7.33, я смогу либо удваивать 7.66, 14.33, это слишком агрессивные ходы, соперник сразу выиграет. А если я буду прибавлять единичку, то я сделаю 7.34, или я сделаю 8.33, и оба положения, они очень приятны моему оппоненту. Поэтому 7.33 рассматривать как-то немножко туповато получается. Как же мы, получается, будем решать задачу?
7.34. Так, нам нужно два значения. Мы придумали какое-то значение одно, нам теперь нужно придумать какое-то значение другое. Интересно, что 7.34 является выигрышным для Пети. 35, 36, 37, они все тоже являются выигрышными для Пети. Получается, нам нужно какое-то сейчас такое придумать стартовое значение. Типа, если стартовое значение 7s, а Петин ход заключается в том, чтобы сделать 7 и s плюс 1, тогда получается, что вот s плюс 1 не должно быть 35 и больше, иначе Ваня выиграет. А значит, s плюс 1 максимум... А может ли оно быть 34? Ну нет, тогда опять Ваня выиграет, просто за два хода. А если s плюс 1 будет 33 или меньше, то Ваня будет делать 7.34, Петя сделает там 7, что там, 8.34. Длинная игра получается. Понимаете, в чем прикол? Я утверждаю, что первый ход Пети не должен быть прибавлением единички ко второй куче. Если Петя сходил, прибавил единичку ко второй куче и получил 35 или больше, то Ваня выиграет. Если Петя сходил и получил 34, то Ваня выиграет. Если Петя сходил и получил 33, то это слишком мало. И Ваня может так неприятно сходить, что Петя не сможет выиграть за один ход. То есть прибавлять единичку ко второй куче кажется дебильной в первый ход. Может быть, удвоение второй кучи? Ну, такая же проблема. Если здесь 35 и больше, тогда Ваня выиграл. Если здесь 34, тогда Ваня выиграл. Если здесь 33, тогда никто не успел выиграть за два хода. Беда. Может быть, тогда надо первым ходом делать не семерку, а восьмерку? Кажется, мы здесь такой вариант уже протестили. Значит, наверное, надо первым ходом сделать 14s. И сейчас мы найдем, благодаря такому офигенскому первому ходу, еще одно значение s. Включаем там вот это вот неравенство, там кто-то хотел, я правильно понимаю? Ну, смотрите, один из ходов Вани есть такой. 14 и удвоение. Я утверждаю, что из этого положения Ваня еще пока не должен выигрывать. То есть 14 плюс 2s должно быть меньше 77. Ну, то есть не превышать 76. Решим это неравенство. Получается 2s должно не превышать 62. S должно не превышать 31. У нас есть кандидат в президенты. Попробуем стартовое значение 31, а стартовый ход 14.31. Тогда Ваня, даже если решит удвоить S-ку, вторую большую кучу, он получит 14.62. И сумма этих двух будет 76, не дотягивает до победы. Мы обскакали Ваню, мы придумали хитрое значение, из которого он не может выиграть. Давайте проверим остальные Ванины ходы. 28.31. 15.31. 14.32. В чем прикол? Прикол в том, что все возможные ходы Вани увеличивают какую-то кучку, правильно? Но уже положение 14.31 было таким, что из него Ваня почти выиграл. Почти! Мы так подогнали неравенство, что Ваня практически выиграл. Что сумма получилась 76. 76 это дофига. 76 это почти победа. 77 это победа. 76 это почти победа. Надо всего лишь один камень. Ваня не выиграл ни в одной из четырех ситуаций, но он дал нам этот один волшебный камень, с помощью которого мы сейчас все затащим. Я предлагаю теперь просто удваивать наибольшую кучу. 14.64 мы выиграли. 15.62 мы выиграли. 28.62 мы выиграли. 14.124 мы выиграли. Петя выиграл во всех четырех ситуациях, потому что Ваня дестабилизировал пограничную ситуацию. Ага. Вот такая мысль. Идея в чем? Вот это вот рассуждение про то, что там со второй кучи дебильно делать ходы и так далее, но оно было не совсем строгим, но нам пофиг. Мы же типа пытаемся сейчас подобрать какое-нибудь, хоть какое-нибудь значение во второй задаче, да? Как подобрать хоть какое-нибудь значение во второй задаче? 17.33 не проходит, так это так и есть. 31 проходит, 7.31 проходит. Если вы сделаете 17, что вы с ним собирались сделать в первом шаге? Вы хотели удвоить вторую кучу? Вы тогда получите 7.34, Петя... Как бы Петя сделает 7.34, и тогда Ваня сделает 8.34, и тогда Петя будет играть любым образом и не выиграет, а Ваня будет выигрывать во всех ситуациях. Грустная ситуация получается. А зачем нам рассматривать 30? А всегда ли мы будем рассматривать неравенство с умножением? В смысле неравенство с умножением?
Нет, да, я имею в виду, из этих четырех ситуаций самая агрессивная, очевидно, та, в которой Ваня удваивает вторую кучу. И я хочу, чтобы даже в самой агрессивной ситуации Ваня все еще не выигрывал. Поэтому да. Почему 33 не подойдет? Андрей, посмотрите, из позиции 7-34 выигрывает тот, кто в ней стоит. Возьмите позицию 7-33. Если... Я тут, все работает, все хорошо. Че за приколы, блин? Хорошо, что у нас на платформе такого нет, и что все всегда вообще ровно, идеально работает. Господа, давайте вы не будете писать вот это вот F упал в чат и так далее. Если вебчик упал, вероятнее всего, это YouTube просто переподключает серваки, соответственно, это должно типа там 2 секунды длиться, может быть, 3, и все работает. То есть, если веб упал больше, чем на пару минут, да, Максим Олегович, ютубос отваливается. Прям конкретно запарили. Что такое? В смысле, у меня все ровно. В смысле, не с инетом проблема. Проблема с ютубосиком. Так вот. Что мы тут только что придумали, получается? Мы придумали два значения. 34-31, с которых Петя выигрывает за два хода, но не выигрывает за один. Ну, это на самом деле уже сложная большая конструкция. Прикиньте, вы такие вот огромные деревья такие в голове сейчас как бы держите, да, и какие-то цифры, куча цифр на экране, да? Уже получается что-то. Хорошо. Следующая задача была. 21-я задача. Это мы типа 20-ю научились решать. Ну как научились? Мы типа, разобрали один из примеров 20-й, да? Вообще прототипы практически всегда именно такие, поэтому, ну, да, мы на самом деле научились решать 20-ю. Я понимаю, что пока может быть не до конца, не супер понятно. Дождитесь Excel-ки, это просто бомба-пушка. Это просто один из просто крутейших. Короче, 21. Ваня должен выиграть за два хода. Или за один, но не гарантированно. За один. Вот это очень сложная формулировка. Сейчас давайте в нее вникнем. Что значит выиграть за два хода или за один, но не за один? Чё? Я объяснял, почему не 33. Я вроде объяснил, почему не 33. Хорошо, давайте еще раз. Берем 7.33, стартовое значение. И что из него можно сделать? 7.34. Тогда вы проиграли, потому что ваш оппонент, он теперь как Петя будет ходить, и вы проиграли. Если вы сходите 8.33, то ваш оппонент тоже сделает 8.34, и вы проиграли. Если вы сделаете удвоение 14.33 или 7.66, то вы проиграли, потому что это слишком агрессивный ход, и ваш оппонент теперь может выиграть сразу вообще, моментально, за один ход. Если вы хотите проверить какое-то значение, проверьте. Возьмите, нарисуйте табличку из четырех вариантов и посмотрите, куда эти четыре варианта ведут. Нет никакой большой проблемы проверить, что там происходит с числом 33 или со всеми такими. Идем дальше. Ответ Дедушка Мороз получается 31-34. Да, я уже отвечал на этот вопрос. Все, супер, супер, супер. Кирилл, нет, прога получается в итоге не лучше Excel. Прогу получается чуть-чуть дольше писать и чуть-чуть сложнее понимать. Ну, то есть, если ты достаточно хорошо программируешь, чтобы написать игры прогой, то я подозреваю, что игры ручками ты вообще решаешь тогда с полпинка, скорее всего. Я знаю, что достаточно, вероятнее всего, ты достаточно умный, значит, для того, чтобы решить ручками. Хорошо. Ну вот как раз, Ваня выигрывает за два хода, но не за один. Типа гарантированно за один Ваня не должен выиграть. Это как так работает? Что значит Ваня не должен гарантированно выиграть за один ход? Это типа Ваня как-то ходит там, Петя что-то делает, а потом Ваня как-то выигрывает. Вот, например, мы, кстати, знаем несколько стартовых значений, из которых... Нет, не знаем. У нас нет здесь никаких стартовых значений, из которых Ваня сразу всегда бы гарантированно выигрывал. В этой конкретной задаче такого, в принципе, даже нет. Куда бы там Петя ни сходил, получается... Такс, шпекс. Ну, давайте посмотрим. У нас есть какие-то офигенские значения, из которых мы точно знаем, как игра дальше будет развиваться. Мы на самом деле уже проанализировали с помощью 19 и 20 задачи эту игру с конца до состояния 34-35. Мы знаем, что 35 и больше это победа сразу с одного хода. Мы знаем, что 34 это такая интересная, приятная, выигрышная для Пети позиция, с которой Петя вероятнее всего выиграет, сходив 8-34. Ну и дальше по таблице, которую я нарисовал только что, да? А что насчет вот этих вот значений, с которых выигрывает, но не гарантирует? Это вообще как так? Типа, посмотрите на вот такое вот, например, состояние. Вот про 33 нас спрашивали.
Вот как Петя из него может ходить? Если Петя сходил 7.34, то Ваня выиграет, правильно? Как Ваня выиграет? Ну, вы знаете, как Ваня выиграет. Он сходит 8.34, дальше любой Петин ход приводит к победе Вани. Я даже не буду это рисовать, потому что мы только что это рисовали на самом деле, да? Из позиции 8.34 Ваня выигрывает стопудово, потому что мы в прошлый раз рассматривали стартовую позицию 7.34, из которой Петя ходил 8.34, Ваня делал 4 хода и Петя выигрывал. А теперь они поменялись местами. Если Петя сходит так, Ваня выиграл. Очевидно? Очевидно. Если Петя сходит 8.33, то Ваня, смотрите, опять может сюда поместить и опять выиграть. Вот какой хитрец. Я, по сути, это слух только что рассказывал все. А если Петя сходит 14.33, ну это многовато уже, да? Ваня может выиграть вообще сразу, нахрапом. 14.66, сумма 80, Ваня выиграл. А если Петя сходит 7.66, то Ваня сходит 7.132 и выиграет, потому что сумма больше равна 77. В чем фокус? Фокус в том, что здесь Ваня выиграл за один ход, а здесь Ваня выиграл за два хода. Могли ли мы утверждать, что из стартового положения 7.33, из стартового положения 7.33 Ваня гарантированно выиграет за один ход? Нет, не можем. Потому что тут Петя куда-то там сходит, Ване придется как-то там сходить, подождать еще раз Петю и потом выиграть за два хода. То есть Ваня не гарантированно выигрывает за один ход. Но иногда бывает такое, что Ваня выигрывает за один ход. Ну, если Петя тупит, там ходит так, неприятно, Ваня сразу выигрывает. Но прикол в чем? Как бы Петя ни ходил, Ваня выиграет. Иногда за один ход, иногда за два, но не всегда за один, да? В некоторых ситуациях Ване приходится делать два хода. 7.33 – подходящая нам позиция в 21-й задаче. То есть, если бы формулировка 21-й задачи была такая, как я написал, Ваня выигрывает за два хода или за один, то 33 является подходящим ответом. К сожалению, проблема в чем? К сожалению, проблема в том, что в 21 задаче от нас хотят не победу за два хода или за один, но не гарантированно за один, и какое-то значение для этого. От нас, как правило, хотят наименьшее такое значение. И вот это очень сильно усложняет 21 задачу. То есть тут проблема в том, что 21 задача какая-то типа... По условию может и за два хода, не понял вопрос моделист модельный. По условию задачи Ваня должен выиграть за два хода или за один. Вот тут как раз из позиции 7.33 Ваня выигрывает за два хода или за один. Но не гарантированно за один. Потому что есть ходы Пети, при которых Ване приходится делать два хода, чтобы победить. Позиция 33 хорошая тем, что из нее как бы действительно так и есть все. Ну то есть Ваня выигрывает... Гарантированно за 2 или за 1, но не гарантированно за 1. За 1 он выиграет только в некоторых случаях. Проблема в чем? Конкретно в демке и в большинстве 21-х задач вас будут спрашивать не какое-нибудь такое значение, а наименьшее S, при котором это так. Как это делать наименьшее значение S? Вот это вот, как это, наименьшее значение S, из которого это так получается. Но нам надо, получается, найти какие-то такие стартовые значения, из которых Петя как-то ходит, потом Ваня как-то ходит, и потом в итоге выигрывает. Непонятно. Ну да, один из вариантов – проверить все значения. И вот здесь нам капец как дофига поможет Excel. Вы увидите, как... Вот это вот условие задачи вообще не делает ее сложнее для решения в Excel. Это делает ее достаточно сильно сложнее для решения ручками. Как мы будем решать ее ручками? Ну, типа там, мы знаем, что 33 не подходит, потому что... Ну, подходит, мы его уже разобрали. Нам надо какое-то значение поменьше попробовать. Может, у нас есть что-нибудь меньше 33? Ну, мы такие, 32 там пробуем, 31 пробуем, 30 пробуем, что-то там. Ну, мы знаем, кстати, про 30, что у нас 31 и 34 являются ответами... В 20-й, да? И мы знаем, что какое-то там 18 является ответом в 19-й задаче. К
Как теперь вообще, что, как в смысле, ну мы знаем довольно много информации про числа, мы знаем, что 35 плюс это победа сразу Петина, 34 и 31 это победа Пети, мы знаем, что 33 это победа Вани за два хода, мы можем попробовать проанализировать позицию 32, 31, там, да, посмотреть, ну 31 мы уже знаем, 32 попробовать проанализировать, 30, 29, в итоге мы как бы наткнемся на правильный ответ. Это так и работает, и вы действительно можете сделать там, ну, несколько операций, просто проанализировав больше позиций. Ну, кажется, хочется как-то это немножко интуитивно получше сделать, да? Что мы, по сути, за Ваню уже пробовали делать? Мы за Ваню пробовали такие интересные позиции, из которых мы попадаем в выигрышную Пети, ну, с помощью плюс один. В выигрышную из 20-й задачи, типа 34. Или вот так вот, типа почти такую же, как вот 7.34, типа только 8.33, ну, чтобы из них Ваня мог сделать свое плюс один веское и выиграть. Ну вот с 31 в чем прикол? С позиции 31. В том, что мы там вместо прибавления единички начали удвоение анализировать, да? Удвоение первой маленькой кучи вместо прибавления единички. Так давайте вот так же попробуем. Давайте посмотрим, может ли Ваня так интересно поиграть, чтобы вот... Давайте из позиции 7.30 просто проанализируем, что у нас тут происходит вообще. Стартовая позиция 7.30. Ну понятно. Если Петя сходил в 7.31, то мы по сути знаем, что делать. Мы знаем, что для Вани тогда выигрышным ходом будет удвоение первой кучки, потому что мы такую позицию 7.31 уже рассматривали. Удвоение первой кучки 14.31 это победа. То есть мы такие типа 14.31 норм. Дальше у Пети все варианты приводят к нашей победе. Даже самый грубый вариант 14.62 Петя все еще не выиграл, а мы уже выиграли. Потому что по сути это уже... Все будут очень близкие к победе значения. 14.31, оно такое пограничное, почти выигрышное, да? Так, 7.31 мы разобрались. Какие еще у Пети есть варианты? Ну, например, есть два глупых варианта, типа 14.30, если Петя сходит, удвоение. То Ваня, конечно же, выиграет сразу же, сделав 14.31, прибавив единичку ко второй кучке. Если Петя решит удваивать вторую кучку, 7.60, Ваня выиграет вообще сразу, 7.120. Если Петя решит прибавить единичку к первой кучке, как мы тогда должны играть? Это какая-то очень сложная позиция, 8.30, мы такую не рассматривали. Это как начало урока в школе, 8.30, да? Что с ней делать вообще? Неприятная позиция какая-то. Как-то не 7, у нас были 7 и что-то, а тут какая-то... Прибавлять единицы слабовато. Мы же вообще тут как-то надо вот как-то сразу бахнуть так, чтобы погранично, чтобы Петя не выигрывал в следующем ходе, а мы выигрывали. Нам надо подогнать Петю к этой пропасти. Нам надо сделать такое гадость какую-то. Ну, явно какое-то удвоение, наверное. Ну, потому что прибавление единицы слабовато, маловато. Петя не... Нам надо какой-то такой шаг сейчас дерзкий, чтобы Петя прям аж офигел. Ну, такой, о, блин. Почти выигрываю, но не выигрываю. Чтобы у Пети прям слюнки потекли, что оу, как, но нет. Вот так. Удваиваем 30, получается 8.60, Петя сразу выиграет. Нафиг. Прибавляем единицу, скучно, медленно. Мы так до победы не добежим. У нас очень мало камней. 8.30 это мало камней. Видите, нам даже здесь надо удваивать, там 7 камней добавлять, дофига. Давайте попробуем, единственный по сути оставшийся разумный ход, это удвоить первую кучу. 16.30 попробуем. Божественное значение. Так-то посмотрите-ка, ну-ка, у Пети есть ход 16.60. Но, кстати-ка, не дотянулся до победы. Надо 77, а тут 76. Получается, проиграл. Все остальные ходы Пети, они вообще глупые, грустные, неинтересные, потому что он не выиграет. Он не выиграл даже резким ходом, но почти выиграл. Значит, 16.30 это такое пограничное значение, из которого любое смещение в любую сторону, и мы уже победили. То есть... Нам не хватает тут одного камня, чтобы победа была, да? Петя не может выиграть. Но всеми четырьмя ходами он прибавит нам этот самый один камень. Тут можно не считать. Ну, давайте посчитаем. Хорошо, окей. 16-120, и мы победили, да? Здесь что? 32-30. Ну, мы сделаем из этого 64-30 и выиграем, очевидно. Что еще есть? 17-30. Ну, круто, мы сделаем 17-60 и выиграем. Что еще может быть? 16-31. Ну, прекрасно, мы сделаем из этого 16-62 и тоже выиграем. Во всех возможных ходах Пети мы выиграли. Типа, куда бы Петя ни ходил, мы точно побеждаем.
И это прикольно. Получается, у Пети есть 4 хода. В одном мы выигрываем сразу, в трех других мы что-то там тупим. 7.30. Это клевое значение. И в итоге мы такие интуитивно начинаем понимать. Ага, мы рассмотрели ходы с прибавлением единички к первой куче. Для Пети, для Вани. Знаете, вот это вот 8.34, там 7.30, что-то вот это. 7.33, из которого мы делаем 8.33, Петя делает, а мы делаем 8.34, или Петя делает 7.34, мы делаем 8.34, прибавление единиц, вот эту игру мы отыграли. Мы такие, может есть что поменьше, давай попробуем отыграть игру, в 20-й была такая, с удвоением первой кучи, и мы такие отыграли эту игру и нашли значение. Вы понимаете, что на самом деле меньше 30 значений уже точно нет, потому что больше нет никакой классной игры, которую мы можем отыграть теперь. У нас нет больше вариантов как-то по-хитрому там распорядиться каким-то ходом, чтобы сразу оказаться близко к границе. Мы, по сути, перебрали все возможные варианты второго Ваниного хода на любое стартовое значение Пети. Вот так вот. Вопросики, я читаю. Господа, не флудите, пожалуйста. Вот я не понимаю, там же были вопросики какие-то, вопросики, а я вот сейчас не вижу их из-за того, что куча народу страшные другие вещи написали. Я марафонец, смотрю вебы с сентября, открытые и закрытые, я правильно делаю, это один из вариантов. S1M1488, это не тот вебинар, на котором это надо спрашивать. Давайте вопросы по теме, по играм. Вам кажется разумнее было бы спросить все то же самое в беседе, во флудилке или в основной учебной беседе, например, марафон. И кураторы вас еще направят. Это тоже рабочая схема. На этот вопрос можно получить ответ нет. Не понял, Вичер, QW, я не вижу вашего вопроса. Давайте промотаем вниз. Что там? Значение меньше 30 маловероятно, там, скорее всего, потребуется больше двух ходов. Да. Это слишком далеко уже от пропасти, и вы такие, типа, ну, пытаетесь столкнуть врага в пропасть, но у вас не получается, да, потому что, ну, далеко, много ходов делать, вот. Вы продолжаете флудить, правильно понимаю? Получается, вы типа продолжаете флудить. Хорошо. Мане, чисти, убирай все, что не по теме, все, что они нафлудили, чтобы я мог нормально посмотреть в чат и увидеть кучу вопросов по делу. Так вот, господа, мысль-то в чем? Мысль в том, что мы сейчас тут прям реально пропотели насквозь для того, чтобы найти какие-то простейшие числа, которые, ну, в смысле, дофига считать вообще лениво было на самом деле, но пришлось. Мы как бы реально это сделали. Мы постарались, и мы сделали. Смогли, получается. На пары с условиями. А также абсолютно, в смысле, у вас есть пара, и вы там можете какие-то ходы делать, и вы можете какие-то условия получать. Мы же тоже, по сути, на пары это решали, да? Так вот, смотрите, ситуация-то какая получается? Ситуация такая. Я вот стою, получается, тонкий. Вот сколько места занимаю. Вот столько и занимаю. А вот еще один я, смотрите, два меня, получается, одновременно на вебинаре. Вот бывает же такое, да? Одновременно. Подготовка к ЕГЭ 2021 за один месяц. Смотри внимательно. У нас прям реально клевые результаты. Например, 15 тысяч учеников за 4 года. Это вообще дичь. 150 студентов в прошлом году. Это очень много. Каждый четвертый сдал ЕГЭ на 90 плюс балл. Это, кстати, в смысле, мы не выпендриваемся, это факт. Это не типа, там, знаете, я там вкидываю рекламное вранье какое-то. Это не так работает. Посмотри на эти отзывы моих выпускников. Вот Александр, например, набрал 100 баллов. Александр, это я. В смысле, я пошел, просто набрал 100 баллов, сам себе отзыв оставил, само собой. Но если ты внимательно вчитаешься, ты увидишь, что это настоящий отзыв, а не тот, который я сам себе написал. Нет, сам себе я, конечно, тоже все время отзывы пишу, но типа, что это же, ну, маркетинг, это же продажи, вот эти обманы, вот от людей, вот это все постоянно так надо делать, надо писать отзывы фейковые. Но это не фейковый отзыв, ну, ты прочитай его. Ты умеешь отличать фейковый отзыв от нефейковых? Вот я умею, говорю, прочитай внимательно. Огромная благодарность, там, вот это все, за подготовку, присоединиться в январе было абсолютно, ну, то есть конкретика какая-то пошла, да, верным решением. Не думаю, что есть школа, где больше контента, меньше стоимости. То есть вот я бы, например, писал бы отзыв, я бы стопудово просто не говорил слово там, есть школа, типа другие школы. Это вообще зачем об этом думать? Вот ты посмотри просто отзыв, кайфовый, капец. Спасибо, 100-бальные клоны готовы идти за вами. Ну это очень мило, правда. А вот ниже Павел, который бомбанул на 92 балла. Красиво, красиво, правда? Короче, смотри, есть полный курс куратором, значит, предлагается тебе набрать 90-100 баллов, прям вообще максималочка самая, дичь вообще. 5 590
Смотри, 6 вебинаров в неделю, 6 записи всех занятий, да. 3 домашки в неделю по всему пройденному материалу, с кучей тем, соответственно, прога, домашка по проге, домашка. Контент решаешь как черт. 8 с проверкой в месяц. Беседа с куратором, 4 отслушки. Это самая пушка-бомба, потому что просто тебе, я не знаю, кто тебе может дать лучше вообще. Лучше или дешевле. Типа не существует вообще. Просто не существует этого. Отслушки что такое? Отслушки это просто супер мега мясо дичь крутая штука. Это типа ты индивидуально созваниваешься просто с кураторами, проверяющими твою работу, и они типа рассказывают тебе, как надо было это делать. Прям тебя лично доводят по пониманию до состояния, где ты просто преисполняешься, и у тебя полное понимание возникает. Типа, можно ботать, как все ботают. Можно ботать с отслушками. Это, по сути, как будто, представь, у тебя как, практически как репетиторство, но при этом оно такое синхронизированное с курсом. То есть, в смысле, все прекрасно понимают, как это работает. Слушай, купил у других, блин, продай у других вообще. Просто вот выброси у других. Это бесполезно и бессмысленно. Надо ботать. Смотри внимательно, что еще происходит. Другие курсы есть. Вот есть полный курс, 5590, да, дичь. А вот есть стандартный курс, уверенный 90 плюс нуля. 90-100 баллов, 90 плюс. 90 плюс это тоже 90-100 получается, ну хорошо. Курс джедай, посмотри, что в нем есть. Онлайн занятия, 6 раз в неделю. Ну то есть вебчики, те же самые вебчики, да, тот же самый доступ. Чего не входит в джедай? Отслушки и беседы с куратором. Нет беседы с куратором, нет отслушек, ну поэтому он дешевле. Логично? Логично. Это месяц, чувак. Ты за месяц, за вот 2790 получишь просто такой топ-контент, так подготовишься бомбически к ЕГЭ по информатике, как никогда в жизни не готовился бомбически к ЕГЭ по информатике. Если ты до сих пор по какой-то причине не залетел в марафон, может быть, ты первый раз меня сегодня видишь, может быть, ты до этого слышал, но почему-то там не хотел. Ну вот-вот, все, самое время, вот все, пора. Пора, чувак. Записи всех занятий с сентября. Ты такой типа просто платишь за месяц и типа получаешь доступ ко всем занятиям, которые проходили весь год. 2790 за годовой курс. Как тебе такое? Ну ладно, годовой курс. В смысле, месяц доступа к годовому курсу. Успеешь все посмотреть? Попробуй. Попробуй. И ты, получается, всех обманул. Хитрый. Это-то. Курс только по проге 2230. Курс без программирования, наоборот, все, кроме проги, 2230. Видишь? Падаван. 2790. Доступ, запись всех занятий. Без проверок. Интенсив. Гроу. Падаван, да, в смысле, падаван мы целенаправленно сделали одинаковым по стоимости с джедаем, посмотрите внимательно. Это просто потому что, да все, уже, все, чувак, все, начинай ботать. Начинай ботать, как черт. Смотри внимательно. За 20 дней с 10 до 38. Ну, слушайте, это неплохо, но мне кажется, можно и гораздо жестче. Гораздо жестче. 20 дней. Можно, мне кажется, и пожестче. Мне кажется, можно больше контента бомбить и лучше подняться. Посмотрите на стоимость интенсива, например, который прошел у нас сколько-то недель назад. Недельный интенсив, там плотная дичь по проге была. Мы его сейчас тоже продаем отдельно. Все, кто хотели получить доступ к интенсиву, вот, можно его купить сейчас, сегодня. Тогда в моменте в интенсив можно было вписаться там за 300 рублей. Сейчас вот мы продаем его за 1000. Но он реально крутой, типа интенсив это топ. Подарок записи всех занятий с сентября бесплатно. Скидка на щелчок. 50%. Что такое щелчок? Сейчас будет на следующем слайде. Смотри. Экспертная помощь с апелляцией. Ты же понимаешь, да, что каждый год мы не оставляем своих в беде, и как бы если у тебя какая-то лажа на ЕГЭ происходит, мы помогаем с апелляцией. С ЕГЭ по инфе не совсем понятно, как это будет работать, учитывая, что вся проверка будет, скорее всего, техническая. Но прикинь, какая-нибудь фигня будет в каком-то задании, и типа у тебя там мисс-интерпретация условий или еще что-нибудь такое. Мы поможем правильно составить текст апелляции, отправить, добьемся такого, что у нас кучу раз ученики благодаря апелляциям поднимали результаты, просто потому что они не побоялись к нам обратиться. А теперь представь, что у тебя нет никакого курса, нет чуваков, которые защитят тебе спину. Чувствуешь себя уже небезопасно, да? Купи курс. 60 часов повторения всех тем за неделю до экзамена. Ты видел расписание щелчка? Там просто 6 дней, там что-то типа 12 часов, первый день, второй, там что-то
12 часов каждый день, потом последний, седьмой день, там что-то часов 5. Ну, знаешь, просто 12 умножить на 6, 60, правильно? Ну, я посчитал, получилось 60 часов. С 17 по 23 июня, это я посчитал, получилось 6 дней. 23 минус 17. Правильно посчитал? Не, неправильно. Принцип плюс-минус 1 забыл. Кстати, есть вебинар на эту тему. 23 минус 17 плюс 1 – это 7 дней. 7 дней, дядя. С 10 утра до 10 вечера это получается 10, это 10 часов в день. Правильно я посчитал, да? 10 часов в день, 23 минус 17 – это 6. 6 умножить на 10 – 60 часов. Я посчитал 60 часов. Продаем щелчок из соображений, что там 60 часов у нас. Так. Правильно я посчитал? Ну, вроде да. Ну, это же не математика, это же информатика. Можно как бы и нормально считать вот в лучшую сторону, правильно? Апелляций по заданиям и ответам не будет вообще. Ты чего? На самом деле мы же не понимаем. Ну, в смысле, вы говорите, что объявлено так. Мы говорим, что если будет какая-то фигота в задании, в смысле, это очевидно, можно сделать так, чтобы это было перезачтено. Ну, то есть, я не думаю, что мы абсолютно беззубые, Алексей, на эту тему. Если будет какая-то лажа у нас в задании, мисс-интерпретация, в смысле, то, очевидно, это, ну, должно решаться. И как бы мы умеем решать вопросики. Поэтому, ну да, в смысле, глобальная проблема в чем? Типа, у нас нет текстовых знаний, у нас нет оформлений и так далее. Поэтому, типа, просто ответики вписываем. Ну, типа, в большинстве случаев у тебя просто будет либо правильный ответ, либо неправильный ответ. Поэтому по инфе апелляций будет супер мало, не будет вообще в этом году. Если будет абсолютно ровное задание, то ну, нечего апеллировать. Если будет какая-то проблема с заданием, то тут уже как бы вопрос. Но это не твоя индивидуальная апелляция, да, тогда? Это получается уже там всем строителям надо будет что-то решать на эту тему. Вот. Либо они будут после ЕГЭ такие, типа, менять подход к тому, какие ответы засчитывать правильными на задание с некорректной формулировкой, например. Так, идем дальше. Что такое щелчок? Что такое щелчок? Ты понял? Беседа. Куча контента, куча видосов в лайве, просто в лайве. Это не записи. Это в смысле ежедневно мы будем ботать дофига часов. Я буду вести вебы для тебя, да? 2000 рублей. А если ты хочешь на курс сейчас залететь, то щелчок будет за косарь. Как тебе такой план? Короче, дядя, в сообщении группы Школково Инф надо написать слово «весна». В описании есть ссылочка на группу. Ребята уже даже кидали несколько раз текст в чат, который надо написать и куда надо написать. Сделай это. Сделай это. Хватит уже мечтать о том, чтобы выстроить себе идеальный курс подготовки. Просто берешь и выстраиваешь себе идеальный курс подготовки. Просто тебе надо написать слово «весна» в сообщении группы, и все, все будет. Посмотри еще раз на тарифы, может, ты хочешь выбрать. Вот есть курс «Джедай» 2790. Вот здесь полный курс за 5590 с отслушками и с беседой с куратором. Совсем необходимым для того, чтобы заботать как черт на 90-100. Есть вот отзывы великолепные. Почитай их еще, может, ты отзывы не почитал. Может, ты поэтому такой непонятный. Почитай отзывы. Давайте мы сейчас за полторы минутки. Почему месяц, если до ЕГЭ-2? Потому что за месяц я подготовлю, потому что... За месяц тебя подготовлю, как черт. Мощно. Берешь месяц и готовишься. Берешь второй месяц и опять готовишься. Ну, все просто. Хемингуэй, орг вопросы. Давайте вы напишите «весна» в сообщении группы и спросите, например, там, что там можно, не можно. Там вам все ответят, объяснят, расскажут подробно. Там максимально ровная поддержка у нас. Так что просто бомбаните туда. Бомбаните туда просто. Я предлагаю сейчас за 2 минуты перенастроить наш вебинар в сидячий режим, чтобы решить игры в Excel. Как вам такой план? Меня интересует, а вас интересует? Так, короче. Вот так вот. Давайте перестроимся. Я рассказываю, что сейчас происходит, чтобы вы понимали. У камеры телескопические ножки. Соответственно, ножки идут вниз. Для того, чтобы лучше видно было. Все. Давайте посмотрим, что происходит на доске, что-то написано там, да? Так, ну в целом неплохо, нравится мне, лайк. Хорошо, что-то написано даже, да, там опять вот. И я существую, и доска существует, и презентация существует. Так, так. Большой аэр.
напиши в группу «Школка военных дядь». Смотри, это мы убираем. Здорово. Это я. Так, мы с тобой что делаем? Ну так, поболтать, просто там посидеть, потрепаться, там что кого. Купи марафон. Купи курс. Ладно, ладно, не такой большой, маленький. Внезапно стал поменьше. Ничего, нормально, ты справишься. Даже с маленьким мной. Ничего страшного. Ну, маленький, маленький. С кем не бывает. Так, мы убираем чат. Мы добавляем чат. Опа! Круто, да? Чёртова магия, да он волшебник. О! Так, так, так. А чё, где логотип? Давайте логотип ещё бахнем. Опа! Красиво. Ну все, готово получается. А я готов. Ты готов? И я готов. Давай откроем Excel-ку. Так, 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 так. Бахнули Excel-ку. Ну что, у нас, помнишь, там задача какая была, да? У нас там можно было делать плюс 1, можно было делать умножить на 2, да, помнишь? Ну, чисто, какие операции можно было делать? Можно было делать больше либо равно 77, это была уже победа. Смотри внимательно, что я делаю. Я пишу формулу, начиная с такого знака апостроф, чтобы она не превращалась в дичь. Ну, посмотри, что будет, если я просто напишу плюс 1. Я напишу плюс 1, и она посчитает, посчитает. Это же Excel. Он такой берет 0 плюс 1 и радуется. Такой, типа, ну все, типа, единичка получилась. Неинтересно. Мы не хотим плюс 1. Или та же самая фигня, умножить на 2. И он такой, типа, ну ладно, умножить на 2 он, допустим, у меня написал. Ну вот плюс 1 надо писать, да? Ну я пишу апостроф, чтобы он знак воспринимал. Короче, экранирую знак. Вот в чем смысл. Так вот, не начинайте флуд, господа. Соответственно, стартовое положение какое? 7 и какое-то S. Это типа первая куча. Первая куча. Вторая куча. В первой куче 7, во второй, ну, например, сколько там, не знаю, там сколько мы там анализировали с вами. Ну, там 40, например. В первой куче 7 камней, а во второй 40 камней. Давайте посмотрим, что у нас тут происходит. 7,40. Так, так. Давайте выделим границы, чтобы красивенько было. 7,40. Давайте первый ход проанализируем Петин. Мы, по сути, знаем, как Петя может сходить, правильно? Мы решаем сейчас 19-ю задачу. 19-ю задачу помните? Петя затупил, Ваня выиграл за один ход. Сейчас подумаем, как Петя мог затупить. Ну, давайте посмотрим все возможные ходы Пети за первый ход. Как Петя должен был сходить за первый ход, чтобы кто-то мог выиграть или вообще как-то... Что это мы делаем? Ну, типа, мы знаем, что он мог взять 7,40 и превратить это в 8,40, да? Типа, 7,41, бла-бла-бла. Но это то, что я сейчас на доске, по сути, писал. И что получается? Весь прикол Excel в том, чтобы писать не на доске, а в клеточках? Нет, весь прикол Excel в формулах. Прикол в том, что мы сейчас напишем один раз одну штуку, а потом будем миллион раз ее копипастить. Смотри внимательно, что происходит. 8,40. Это мы такие, типа, берем и говорим. Равняется B. 5 плюс 1 равняется C5. Типа я написал формулу, которая вот к этим двум ячейкам, она просто обращается вот к этим двум, к 7 и 40. Прибавляет единичку, видишь, B5 плюс 1. А здесь не прибавляет единичку, а оставляет как было, C5. Ну и, соответственно, что мы имеем? Хорошо, здесь пишем равно C5. А здесь пишем равно... Ой, фу, C5. B5 я хотел написать. А здесь пишем равно C5 плюс 1. Получается такое же значение, как я числами написал, но ты увидишь красоту после этого. Смотри, равно B5 умножить на 2 равно C5. Равно B5 равно C5 умножить на 2. Я написал все возможные ходы Пети, давайте их тоже выделим красивенько. Давайте до кучи еще сумму считать всегда. Сумма это что такое? Это равняется E5 плюс F5, правильно? Копируем, вставляем формулку, формулки у нас получаются одинаковые. У нас есть условие на победу, больше равно 77. Мы знаем, что Петя выиграет, если будет сумма больше равно 77. Вот мы видим, например, что если стартовое положение 7,40, то Петя выиграет. В чем прикол такой формульной структуры? В том, что я сейчас могу менять вторую кучу и видеть как бы меняющееся положение, видите? То есть я типа делаю что-то, и у меня меняется сумма. Прикольно, красиво, приятно. Теперь посмотрите, что Ваня после этого может сделать.
Ваня после этого может просто брать и выигрывать. Что Ваня будет делать? Мы знаем, что Ваня должен выиграть сразу, резко, пау-пау, и выиграть, просто как черт в конце. Он должен, получается, взять максимум из Е5 и Ф5, максимальную кучу, и умножить ее на 2. А сюда он просто возьмет минимальную кучу из Е5 и Ф5. То есть, смотрите, я беру пару 8-10 и удваиваю самую большую кучу. Я же понимаю, что Ваня должен выиграть с помощью удвоения самой большой кучи, правильно? Соответственно, что он делает? Он берет вот такую штуку и копируем ее, копируем, 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 получается. Дальше сумма. Какая может сумма у Вани получиться? Ну, какая, какая? Берем и вот эти вот 4 ячейки копируем. Они же с формулами копируются красиво, значит, они типа теперь Ванину сумму считают. Я что сделал? Хоп, хоп. Ваня, получается, все вот эти вот штуки выделили. Красиво получилось, да? 28, 29, 38. Ну, понятно. А как понять, выиграл Ваня или нет? Нам надо было наименьшее значение, чтобы 5 затупил. Мы знаем, что 18 это ответ. Мы только что уже решали задачу. Вот видим, что Ваня выигрывает при каком-то ходе Пети. То есть Петя как-то затупил. Ну, как неудобно, да? Мы что, должны за чиселками следить, что ли? Ну, там 12, фигня какая-то. Неудобно. Хотим, чтобы было удобно. Удобно это как? Это условное форматирование. Условное форматирование это что? Это когда ты используешь какие-то условия на клеточке для того, чтобы по этим условиям клеточки красиво подкрашивались, например. Ну вот давай на Ванины, например, суммы поставим условное форматирование. Кнопка наверху, вот, нажимаем условное форматирование, правило выделения ячеек, и ставим, что если она больше, чем, что там, 77 это уже победа, значит больше 76, делаем зеленую заливку. Условное форматирование, кнопку у себя в Excel нажми и посмотри. Хорошо? Хорошо. Так, да, в смысле, файлик по этим играм будет в марафоне в ДЗ, конечно, в смысле, вообще без вопросов. А для тех, кто не в марафоне, господа, вы не являетесь преимущественным типом людей. Вы должны быть в марафоне. Если вы не в марафоне, зачем вы вообще существуете? Единственное оправданное существование — это быть в марафоне. Во всех остальных ситуациях не надо быть не в марафоне. Так вот. Момент. Одну секунду. Мы, по сути, что делаем? Мы, по сути, ручками просто перебор, который происходил у нас на доске до этого, мы его просто перетащили в Excel-ку. Собственно, вот автор метода. Посмотрите в чатик. Флеш ЕГЭ информатика. В чем прикол? Я весь год решал ручками. Я весь, блин, прошлый год решал ручками. В прошлом году у нас не было на ЕГЭ доступа к Excel. В этом году есть. Поэтому офигенски. Давайте просто быстро возьмем и дорешаем эту дичь. Ваня просто удваивает. Да-да-да-да-да, Евгений, так и работает. Смысл в чем? Смысл в том, что мы хотим перенести всю вот эту вот ручную работу с доски, мы хотим перенести это в Excel-ку. Почему Ваня, если Ванек? Почему Ванек? Второй игрок. Ваня. Петя первый игрок, Ваня второй. Соответственно, что мы делаем? Мы говорим, берем стартовое значение 7.12. Из него у Пети есть 4 варианта куда-то сходить. Соответственно, куда бы Петя ни сходил из этих 4 вариантов, Ваня должен выиграть с помощью удвоения самой большой кучи. С условным форматированием. Кнопка «Условное форматирование». Вот это вот. Правило выделения ячеек больше 76. Больше 76, и вы делаете заливку зеленую. Простой перебор всех ситуаций с помощью формул в Excel. В этом и смысл, да. Как это дальше оформлять? Ну, более-менее один способ, на самом деле. У вас пара кучек — это 7-12. Соответственно, любые другие варианты, которые вы делаете, это типа просто вы для Пети 4 варианта ходов перебираете. Для Вани, для каждого из этих вариантов, мы делаем самое агрессивное действие, чтобы посмотреть, какая сумма позволяет нам выиграть. Давайте берем первую кучу и вторую кучу. Первая куча 12, окей, хорошо. На 13 поменяли. На 14 поменяли. На 15 поменяли. На 16 поменяли. На 17 поменяли. На 18 поменяли. Хоп, Ваня стал выигрывать в одном из кейсов. Ну, Макс, я не знаю, я увидел у флеша, так что... В смысле, я увидел, типа, месяц назад, и мы весь месяц в марафоне решаем игры, типа, Excel-кой, потому что это, блин, бомба. На самом деле, это прикольно же, практически в
любом предмете у вас есть такая история, что типа преподы друг друга активно смотрят. Ну, в смысле, вот прямо сейчас я веду открытый вебинар, да, типа, смотри, у меня два препода там в чате сейчас, да. Преподы друг друга активно смотрят, потому что, ну, типа, как только кто-то один что-нибудь придумывает, это, очевидно, должно появляться у остальных, это появляется у остальных. Типа, никто не скрывает методы. Не знаю, там по большинству задач в ЕГЭ по инфе есть какой-то лайфхак, который там я не знал, когда начинал готовить. Типа, условия фано, например, не очевидно, что надо дерево рисовать. Да? Это прикольная штука. Ты берешь, рисуешь, типа, красивое дерево, и, типа, хоп, задача решилась там на раз-два. Ты берешь в 15-й задаче, которая... Фу, 15-й, 13-й, это 15-й в прошлом году она была. В 13-й задаче ты берешь и бомбишь ее там, типа, динамикой. Вместо того, чтобы считать количество путей по графу руками, ты можешь там рассчитать количество путей, дойдя до какой-то вершины. Опять, эта идея на 5 секунд, но она внезапно помогает тебе решить всю задачу. В большинстве задач по ЕГЭ, в ЕГЭ по инфе есть какой-то прикольный маленький лайфхак. Ну, не в большинстве, окей, в некоторых, которые реально сильно облегчают. Если ты будешь пытаться на экзамене выдумать, как это решать, ну, скорее всего, тебя ждет неудача. То есть, типа, когда мне до этого говорили, типа, игры в Excel, я такой, чё, игры в Excel, так это же очень много писать и так далее. Я не догадался, что там можно просто брать и копипастить. Ты посмотри, что происходит. Давайте сумму Пети подкрасим в красный цвет с помощью условного форматирования. Давайте скажем, что если ячейка больше 76, то мы будем ее в красный красить. То есть, если вторая куча слишком большая, то Петя может выиграть сразу. И, типа, Ване на победе тогда ничего не стоит. И в итоге весь прикол. Смотрим, 18 является победой для 19 задачи. Ну, давайте посмотрим. Окей, хорошо, 18 это ответ. А в чем прикол дальше? Прикол в том, что давайте мы проскроллим вправо и решим справа задачу номер 20. То есть просто мы ставим 20 задача. В чем суть 20 задачи? В том, что у нас есть стартовое положение, например, 7-10 какое-то, да? 7 и 10. И мы хотим из него с помощью Петиного хода как-то выиграть. Ну так вот, я говорю, что если Петя теперь выигрывает, то они меняются местами. Берем вот это вот все, копируем вот этот весь блок со всеми внутренними формулами, подвязками и условным форматированием и вставляем вот сюда. И типа у Пети есть 4 варианта, куда сходить. Либо так, либо так, либо вот так, либо вот так. Эти 4 варианта сейчас все выглядят одинаково. 7-18, 7-18, 7-18. Но мы берем и отсюда смотрим. 7-18. Типа... n4, мы такие, равно n4. Сюда мы такие пишем, равно o4 плюс 1. Знака равенства не хватило. Сюда мы такие, равно n4 плюс 1. Сюда такие, равно o4. Сюда мы такие, типа, равно n4 умножить на 2, равно o4. Сюда равно n4. Сюда равно o4. Умножить на 2. Опять, меня не волнует, что я изначально написал 7-10. Я могу сейчас поменять 12, там, 13, да, типа, что угодно могу писать. На самом деле весь прикол. Петя сходил, Ваня сходил, Петя выиграл. Петин последний ход будет опять удвоением максимальной кучи. Ванин последний ход будет, ну, каким-то из 4, мы не знаем. Петя должен в любом случае выигрывать. Нам надо найти такой Петин ход, чтобы он всегда выигрывал из какого-то положения. Ну, мы с вами знаем, что из 35... Петя выигрывает сразу. Давайте еще сумму вот сюда тоже поставим, вот с таким условным форматированием, с зелененькой заливочкой. Вот сюда, сюда, сюда и сюда. Сумму ставим и видим, что 35, и Петя выигрывает сразу вот здесь. Мы не хотим, чтобы Петя выиграл за один ход, так что... Ой, сори, не там меняю, вот здесь. 36 не выигрывает, 37 не выигрывает, 38 нет, 39 нет. 40 тоже нет и так далее. Ну, фигня какая-то получается. Хорошо, как же быть, как же быть. Давайте 30, непонятно. 34, непонятно. Но если Петя сходит 7.35, то Ваня выиграет. Если Петя сходит 14.34, то Ваня выиграет. Если Петя сходит 7.68, то Ваня выиграет. Мы сразу видим красные ячейки. А если Петя сходит 8.34, то Ваня не выиграл, а Петя выиграл во всех 4 кейсах. Получается, мы что заимели? Мы, получается, заимели ситуацию, когда Петя сходил из 7.34 в 8.34 и выиграл во всех 4 возможных кейсах. Круто? Круто. Это, получается, в 20-й ответ 34. А какой еще? А давайте найдем еще какой-нибудь подходящий. 33. А что-то Петя не выигрывает на 33. 32. А что-то тоже не выигрывает. 31.
А выигрывает. Петя должен сходить вот сюда, и здесь у Пети победа. Видите? Если Петя сходил 14.31, то он еще не выиграл, конечно. Все 4 Ваниных хода не ведут Ваню к победе. Но все 4 хода после этого ведут Петю к победе. То есть это супер изи на самом деле. Прикол в том, что мы получили какую-то супер машину для перебора значений. Мы в 20-й, помните, как долго страдали и думали, как это надо делать, бла-бла-бла. Мне чем нравится вот эта конкретная история про Excel-ку? Чем она мне не нравится, во-первых, давайте я опишу. Она меня раздражает тем, что сейчас будет куча людей, которые раньше игры не могли решить. И как бы, ну, тупили там жестко, вообще не вдупляли и так далее. А сейчас они просто нарисуют эту штуку на Excel и как бы, ну, как-то таки потыкают, потыкают, у них получится ответ. Они такие: о, все круто, классный ответ, давайте мы его запишем. То есть люди в целом, вообще-то говоря, не очень умные и, вообще-то говоря, не способны были нормально переварить игры, но способны тыкать в кнопки. Теперь они могут получить баллы, и мне не нравится, что они как бы стали более конкурентоспособными, хотя они очень соображают. Что мне с другой стороны нравится здесь? Мне нравится, что есть люди, которые прекрасно поняли, как работают игры. Реально могли решать задачи. Решали, много решали. И типа, почему-то иногда в некоторых задачах такое странное условие про поиск там наименьшего числа или еще что-то такое, которое вызывает необходимость сильно большого перебора и тратит дофига времени. И ты такой, даже вроде подобрал уже значение, но ты такой все еще не уверен, что оно наименьшее, например, вот в 21-й задаче. Или ты такой типа думаешь о том, как вообще мне надо подбирать все значения, например. Я 2 нашел, там 3 нашел, а какое-то последнее, например, оно есть, но оно какое-то супер неудобное, некрасивое, неприятное. Как это сделать? То есть Excel-ка-то в этом очень помогает. Мы просто берем и подставляем сюда все значения. Видим, что на 30-ке у нас нет 4 зелененьких нигде, кроме последнего варианта, но там Петя сразу выигрывает. Не выигрывает, а Ваня выигрывает зато сразу, как только Петя сходил 7.60. Плохая идея, короче. 29 тоже нет, 28 тоже нет, 27, 26, ну понятно, там дальше только меньше зеленых будет становиться, потому что я уменьшаю количество, да? Вот, кстати, и становится после этого понятно, почему при решении руками не имеет смысла рассматривать значения меньше, чем те, которые ты рассмотрел. То есть ты такой дошел до каких-то значений, и становится понятно, вот 17, как видишь, Петя не выигрывает при любой игре Вани. Ну, значит, 16, и дальше будет только уменьшаться количество зеленых клеток, поэтому все понятно. 31 и 34 получается. 34-31 это ответ в 20-й задаче. А что теперь мы сделаем для 21-й задачи? Для удобства весь контент из 20-й задачи, давай опять вот сюда еще суммирование бахнем. Так, вот сюда вот такое. Весь контент из этой задачи мы возьмем вот так вот, сделаем здесь жирное выделение, скопируем и вставим в 21-ю задачу. 21-я задача это просто еще на один ход больше. То есть в чем прикол 21-й задачи? В том, что мы такие типа решаем, как у нас работает вот это вот. Что нам надо, чтобы Ваня выиграл за один или два хода, но не гарантированно за один. Как мы будем это делать? Ну, мы такие, берем какое-то стартовое положение, 7-10. А потом берем и первый Петин ход ведет вот сюда. Так, что-то у меня копипаст слился. Скопировали. Вставили. Вот у нас тут красивая картинка, давайте уменьшим масштаб немножко, чтобы вы посмотреть могли на это все. Вот у нас тут большая красивая картинка для всех возможных ходов Пети первых, ну, на самом деле для первого хода Пети. Потом Ваня может сходить в один из 4 ходов, потом Петя как-то сходит, потом Ваня как-то сходит и выиграет, типа, вроде бы. Давайте вот этот вот огромный кусок скопируем вниз еще 3 раза. Бах. Бах. И сюда. Короче, у нас есть 4 возможных развития событий для Пети. Первое развитие событий. АБ плюс 1. Чем? Русские буквы, понятно. Так, АБ 4 плюс 1. Все. А тут, соответственно, АС 4. Затупил. Я уже так тупил, по-моему, на закрытом вебе, блин. Что за дичь? Тут равно АБ 4, а тут равно АС 4 плюс 1.
Это я ставлю референс вот к этим вот двум ячейкам, чтобы оно прибавляло единичку к соответствующей куче. Вот здесь я напишу равно АБ4 умножить на 2. А здесь я напишу равно АС4. И, наконец, здесь я напишу равно АБ4. А здесь я напишу равно АС4 умножить на 2. Соответственно, ну, что мы делаем? Радуемся жизни. 7, 10, смотрим. Какое-то стартовое значение. Ваня должен выиграть за один ход. Мы видим, что из позиции 7, 10, если Петя сходил 8, 10, то куда Ваня не сходит, победы не видать. Победа — это когда все 4 в конце зелененькие. 7, 20. Ага, вроде как будто выигрываем, но как-то по-странному, да? 7, 40. Вроде, да вообще сразу Ваня может выиграть с позиции 7-40, если Петя сходит сюда. Мы знаем, что 35 и больше рассматривать бесполезно. Чем мы там рассматривали? 34. И на 34 выиграл Петя, да? 33 давайте посмотрим. На 33 кто выигрывает? Если Петя ходит 8-33, то Ваня ходит 8-34 и выигрывает, как видите. Все возможные варианты развития событий, Ваня победил. Если Петя сходит 7-34, то посмотрим, есть ли у Вани какой-то победный ход. Да. 8.34, из которого Ваня выигрывает во всех возможных обстоятельствах. Красные ячейки намекают нам, что сюда ходить не надо. Петя здесь может случайно выиграть, мы такого не хотим. Если Петя сходил 14.33, то Ваня выиграл вообще тупо первым ходом и сделал зелененькую себе здесь в самом начале. Если Петя сходил 7.66, то Ваня выиграл двумя способами первым ходом. Видите, сделал себе зелененькую в самом начале. Получается, 33 вообще говоря подходит. Но помните, в чем проблема была? Нам надо было наименьшее возможное значение. И мы такие, как же перебирать наименьшее возможное значение? Ну давайте бомбить. 32. Не работает. Типа не работает, потому что даже если 5 исходит 8.32, то мы уже не видим здесь 4 зелененьких, безопасных, без красных клеток по пути. 7.31. Та же самая проблема. 7.30. Опачки, с позиции 7.30. Если Петя сходил 8.30, то Ваня ходит 16.30 и выигрывает. Если Петя сходил 7.31, то Ваня ходит 14.31 и выигрывает. Если Петя сходил 14.30, то Ваня ходит 14.31 и выигрывает. Если Петя ходит 7.60, то Ваня выигрывает первым же своим ходом. Итак, 30-ка является выигрышной для Вани позицией. Мы такие, типа, наименьшие или нет? Так давай протестим. 7.29. Нету 4 зелененьких. 7.28. Нет 4 зелененьких. 27. 26. Зеленых становится только меньше. Я единственное, чего жду, это может быть у меня вот это вот, вот эти 4 зелененькие станут в итоге доступны. 22. 21. Они сейчас недоступны из-за того, что Петя выигрывает, карбоед. Хитрый. Петя. 18. Нет. 17. Опа. Наконец-то. На 17-е. Петя перестал выигрывать. Если Петя сходит 8.17, то мы сразу выиграем, сделав 8.34. А если Петя сходит 7.18, то мы уже не можем выиграть, потому что 3 хода есть, в которых мы не выигрываем, и один ход есть, в котором тупо Петя выигрывает. Получается, 17 бесполезное для нас стартовое значение. 16, и мы уже не выигрываем в случае, когда Петя ходит 8.16. 15, 14 и так далее будут только меньше зеленых давать. Получается, реально наименьшее значение 30. И мы это поняли с помощью Excel. Типа это какое-то время заняло. Да, проблема. Ну, то есть нам немножко пришлось подумать. Но в чем прикол? Это сэкономило дофигища нервов. Мы вообще не переживаем про то, точно ли это наименьшее значение. Точно ли мы все перебрали. Точно ли мы нигде вычислительных ошибок не допустим. Считался у нас Excel. Короче, я рекомендую использовать вот этот второй метод в качестве способа перепроверки. В чем прикол? Мы же решаем экзамен очень быстро, да? В смысле, у нас час-полтора уходит на полное решение целого варика. Если мы готовимся на сотку, то как бы ты решаешь экзамен за полтора часа, ну, типа, успеваешь. И у тебя всего 4 часа. Ну, и ты такой должен перерешать весь экс еще 2 раза другими способами. Другими способами — это типа, например, Excel-кой. Это, по сути, ручка, да, ты такой вот так делаешь. Ну, Макс, последние несколько разборов варианта я специально провожу Excel, чтобы, ну, показать еще раз, типа, лучше закрепить метод. Да, можно научиться эту табличку очень быстро всегда составлять, но тут, Владислав, есть какая-то вероятность ошибочки составлять. Понятно, что я сейчас очень долго много объяснял, но вот... Мне кажется, лучше научиться решать ручками, как Виктор предлагает, да.
А решать в итоге Excel, потому что типа быстрее. Но если вы не учились решать ручками, то вы, по сути, упустили возможность поумнеть с помощью хорошей задачи. Задача адекватная вполне. Вот. Да, еще раз, в смысле, огромное спасибо тем, кто это придумал. Я ни в коем случае не говорю, что это там авторский метод. Нет, вообще. Я не знаю, кто это придумал. В смысле, да, я увидел, мне скинули ссылку, я чекнул, посмотрел, мне супер понравилось. Я еще потом погуглил на эту тему подробнее. И да, прикольно. Ну, типа вот, оформляю так же, как, в смысле, оригинально увидел, потому что, ну, что, емко, прикольно, хорошо работает. Вот, но... Ну, круто же, правда, берешь и решаешь Excel. Пусть это будет общим знанием, пусть все дети у всех, кто бы где бы ни готовился, пусть все так умеют решать, потому что это кажется классный чит. Можно ли эту Excel делать с тремя кучками? А вы видели много задач с тремя кучками? Ну да, конечно, можно. Вообще говоря, эту Excel можно делать там с тремя операциями, у вас просто вместо четырех расписываний будет тогда там типа 8 расписываний, например. О, в смысле, если три кучи, я имею в виду, и две операции. Если у вас две кучи, три операции, то у вас получается можно, ну, три операции на первую кучу, три операции на вторую кучу, шесть вариантов, вы будете делать Excel, который будете расписывать на шесть вариантов просто. Я не знаю, сильно ли возрастет число высокобальников. Я думаю, что нет, потому что я думаю, что будет парочка заданий опять каких-то вонючих, таких, которые типа вообще не похожи на демку, не похожи на статград, и всем опять приходится думать и так далее. Условное форматирование. Так, хорошо, условное форматирование. Давайте, погнали. Значит, Excel. Давайте я вам вместо Excel лучше сделаю... Давайте захват экрана просто бахнем и все. Сейчас мы уберем все, что вам не надо видеть. Там всякие, знаете, вот это вот там записки, там поедание детей, там вот это все. Все, и весь экран бахнем. А нет, не буду я вам экран показывать. Передумал на секундочку, получается. Короче, у вас наверху есть кнопка «Условное форматирование». Вылезает список правил выделения ячеек. Вы просто делаете обычное условное форматирование на больше. Проблема в том, что да, я захватываю вам только одно окно Excel, а окно, блин, экран у меня не хочет сейчас захватываться, потому что у меня отдельная обработка идет на... видеокарте отдельно на процессоре, поэтому проблема, конечно, у OBS. Типа там стрим надо полностью перезапускать, чтобы показать экран. Это беда. Ну вот эту, кстати, я вам могу показать. То, что у меня открывается. Вот. Красиво. Смотрите, условное форматирование больше. Форматировать ячейки, которые больше, чем 76. И ты такой, что с ними делать? Зеленая заливка и темно-зеленый текст. И вот ты такой сделал это, выделив ячейки, которые ты собираешься форматировать. Да, при копировании формул, суммы условно форматирование сохраняется. Только надо не формулу копировать, надо ячейку копировать. И у вас тогда и формула, и форматирование сохраняется. Ну, геймгуру, если там 500 куч, то, кажется, ручками тоже ее не решишь, да? Процент выполнения 19-21 подрастет до небес, это точно, из-за того, что к компу имеется доступ. Есть у меня ощущение, что могут дать неприятную задачу, которую даже перебор в Excel не вытягивает нормально, и приходится в итоге думать головой. Вот. Но вообще, условное форматирование – это очень интуитивно понятная вещь. Это типа форматирование по условию. Ячейку надо сделать такой, или такой, или этакой, в зависимости от каких-то условий, которые вы на нее накладываете. Хорошо, Алексей, спасибо, да, это я тоже с удовольствием чекну. Если там есть что-то очень приятное и быстрое, то, ну, потому что я, в смысле, не вижу быструю прогу, я вижу медленное решение прогой очевидное, это просто двумерный массив создать и быстро в нем заполнять ячейки, там, плюсиками или минусиками, в зависимости от того, подходит они или нет, ну, то есть просто перебор всех возможных позиций на выигрышную или проигрышную позицию, да, и, типа, вот. Да, но я что-то игру со словами я прям совсем не жду. Но сколько мы наблюдали флеш, в смысле игр в прошлые года, да, типа во всех там статградах, везде, ну типа. Но есть совсем какие-то древние игры. Что-то у меня нет ощущения, что такое поменяет. Кажется, что, короче, Excel не является совсем убер-мега-читом. Он, кажется, за такое же время примерно позволяет
решать задачу, да? Ну, быстрее чуть-чуть, может быть, точнее чуть-чуть, да, но он, типа, ну, это не является, короче, каким-то оверкиллом из разряда, там, перебор в восьмой задаче, допустим, с помощью проги, который сейчас иногда срабатывает на словах, да, который, типа, гораздо быстрее все делает, вместо комбы ты можешь такую штуку сделать. Или там, как, типа, программирование на олимпиадах по математике, например, вывозит вообще дико некоторые задачи, которые вообще не решались, головой приходилось думать 2-3 часа, а тут такой запрогал за 5 минут, и все готово. Вот. А его я видел, Мане. Но мне не зашло. Когда зайдет, вы, очевидно, увидите, в смысле, видос на эту тему. Типа, я запишу, расскажу решение подробное, которое мне прям понравилось. Значит, не очень быстрое. То есть, вы про то, что, в смысле, просто из подлости поменяют, да? Таблички, фишки, season практически не отличаются, там и то, в смысле, это пары чисел, по сути, которые надо менять по каким-то правилам. То есть у нас тут тоже не камушки, у нас тут пара чисел, которые можно прибавить к первому 1 или умножить на 2, и ко второму прибавить 1 или умножить на 2. Фишки, которые там переставляются по плоскости, то, что вы видели на решу ЕГЭ, ну там тоже просто пара чисел, которые определяются там определенными свойствами, можно менять, ну то есть там ничего не меняется. А вообще season мы решали же дофига игр, которые вообще не по формату ЕГЭ. Типа математических олимпиадных задачек на игры. Посмотрите, пожалуйста, вебчики из записи, которые есть. Ну вот я тоже думаю, да, что сейчас теорию игр менять это как-то странно. Типа есть же дофига прикольных задач на прогу. То есть я думаю, что это что-то из разряда будет. Научились ее прогать, научились ее экселить. Ну классно, молодцы, красавчики, бомбите. Если захотят ничего не поменять. В смысле, варианты пошли в печать после того, как поперли способы, значит, что они уже поменяли, если захотели, увидев какие-то способы решения таким образом. Вот в чем мысль. То есть, если бы варианты пошли в печать до того, как способы решения пошли, тогда я понял бы логику вашего утверждения. Может, это опечатка тогда была? Короче, мысль в том, что в любом случае, кажется, выгодно готовиться не просто к прототипам, которые мы видели, а вширь. То есть давайте решать другие задачи тоже. Задачи не из ЕГЭ, задачи не формата ЕГЭ, задачи, похожие по идейному какому-то контенту или какие-то новые методы интересные, содержащие, просто для того, чтобы развить мозг. Да, даже за пару месяцев до ЕГЭ, в смысле, все равно давайте это делать. Да, срок будет слит, season. Просто вы его увидите. Я думаю, мы типа увидим вариант до срока, да? Какие задания наиболее вероятны для темы на идее? Не понял? Что? Что? Не понял вопрос. Я думаю, что наиболее вероятна задача с камушками, двумя кучами и двумя операциями. Типа, как мы только что разобрали. Какие задания на под... Вы имеете в виду, какая игра, может быть? А, или в смысле, вы спрашиваете, какие задания из 27, в принципе, заданий будут на подумать? Ну, мне думается, что прогу должны нормальную какую-то дать. Ну, то есть, в смысле, мне кажется, что могут 25-ю ТЧ-шку какую-то новую влепить, которую мы заранее не придумали. И 27-ю могут очень приятную тоже дать какую-то, которую надо прям задуматься. 24-я, скорее всего, будет просто технической. 23-я динамическую я ожидаю вполне обычную. В смысле, 22-я, ну, все вот это вот. Стандартная первая часть плюс-минус. Ну, может быть, 15-ю на алгебру логики дадут поинтереснее, потому что хитрые жуки научились ее все прогать, и получается, что теперь она стала совершенно неинтересной. Раньше нам реально надо было думать, параметрическая задача, но вот я бы, наверное, ее усложнил до состояния, где она не прогается вообще. Потому что это как, типа, 23-я решалась методом отображения, да, всегда, в прошлые годы, которые на алгебру логики, а вот взяли, там, бахнули в прошлом году 23-ю, которая вот зацикленная, поэтому не решается с помощью метода отображения, и мы такие, опа, проиграли. Григорий тоже свою теорию высказал. Да, да, да. Наш прогноз — две кучи, две операции. В смысле, 18-я динамическая, но все равно она, скорее всего, там изично в Excel с помощью динамики, либо с помощью каких-то, ну, там, просто применения формул. То есть она, типа, по идее, по кодификатору на Excel.
Ну вот прикольная была в демо-версии, если вот такая с бухты-барахты вдруг будет на ЕГЭ новая, в которой надо будет опять применить идеодинамики, то ты такой типа помянешь очень хорошими словами все наши занятия по математической индукции, по динамике, по хардовому программированию и так далее, и так далее. Увидев 18, скажешь, вау, вот теперь могу. Типа прикол в чем? Даже камушки в 19-20-21 многие не умеют решать. Даже вы посмотрели сейчас веб по Excel, кто-нибудь из вас все равно не в состоянии с помощью Excel-ки решить эту задачу. Даже с учетом того, что люди могут посмотреть кучу онлайн-контента по поводу того, как решать такие задачи, 19-20-21 с двумя камнями, двумя операциями люди не решают. Это сложно. А вы такие берете и меняете это на что-то еще более сложное и непредсказуемое. Ну, все, до свидания. Сливаете просто кучу народу. Владислав Глухов, есть поиск по сайту. Интересная штука, правда? Такс, ну все, я так понял. Вопросиков по теории игр у вас не осталось. Остались вопросы по экзамену, по организации контента. Короче, вопросы про будущее. А будущее, оно чем интересно? Тем, что оно абсолютно неизвестно заранее. Поэтому предлагаю беседу о том, как ЕГЭ проводится, там вот это все, перенести на после ЕГЭ. И после ЕГЭ мы с вами легко обсудим, как оно прошло. И как вам вообще понравилось там оно, не понравилось там, вот это все. Опа, а почему AR заменил AR? Это вообще как так? Что это такое? Вот так-то лучше. Оп. Что надо делать? Писать весна. Сообщение группы Школка Винф. Чекайте, 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 чекайте. Давайте делать, делайте, делайте, делайте. Так вот. Подготовка к ЕГЭ, промыть когда не месяц. У тебя остался один месяц до начала следующего месяца. Вот за этот месяц надо успеть подготовиться, чтобы за следующий месяц еще раз подготовиться. 15 тысяч выпускников, 4 года, 100 бальников, 150, 100 бальников, каждый четвертый, 90+. Вау! Отзывы просто бомба-пушка. Еще и синие были, видел? Хо, опять синие. Хо, белые, круто, да? Отзывы клевые. 92, соточка, 2 отзыва, вот. Это не значит, что у нас всего 2 отзыва. Отзывов гораздо больше, на самом деле. Очевидно, очевидно. Смотри еще. 5590 это полный курс, 90-100. Вообще онлайн занятия 6 раз в неделю, записи всех занятий, отслушки, Хьюстон, это самый кайф, просто это же то, что тебе надо. Беседа с учебным куратором. Ну, задаешь любые вопросики, тебе отвечают, что еще можно хотеть вообще. Вот 2790, это без беседы, без отслушек, с домашкой, с экспертной проверкой домашек. Курс «Темная сторона программирования» 2230, курс «Йода без программирования» 2230, ну не очень дешевле, но дешевле, но вдруг тебе не надо прогу, вдруг ты прогаешь вон с детского сада, как ребята говорили. Падаван, марафон без проверки, тоже 2590, ну ты типа не хочу проверки, хочу просто ботать, хочу смотреть, чтобы меня не теребонили по домашке, хочу вот такое. Интенсив. Доступ к интенсиву 1000 рублей. Записи всех знаете в подарок. Скидка на щелчок 50%. Скидка на щелчок 50%. Посмотри внимательно. Щелчок. Что это такое? 17 по 23, 7 дней у нас будет щелчок. Дичь. Дичь. Очень много часов контента. Беседа с преподавателем и кураторами. ДЗС решение. Полезные шпаргалки. Смотри внимательно. 2000 рублей, 50% скидка на щелчок. Ты умеешь 50% от 2000 вычитать? 1000 остается. 1000 рублей остается. Пиши весна в сообщении группы. Все просто, все понятно. Берешь весна, пишешь весна в сообщении группы. Просто, чувак, тебе надо купить курс. Если ты до сих пор не купил курс, я не знаю, почему ты это не сделал. Я это уже сделал. Я купил курс себе, купил курс своему коту, купил курс своим родителям, бабушкам, дедушкам, всей своей семье купил. Пошел на улицу, нашел там людей, им курс купил. Нашел нашего дворника Васю, ему курс купил. Он уже программирует как черт, он уже ЕГЭ по информатике сдал на сотку. Все просто, кого вот я знаю, все, кого я не знаю, уже просто все купили курс, а ты не купил. Получается, ты в меньшинстве сейчас. Купи курс.
Ладно, я понял. Тебе нужно больше мотивации. Купи, купи.